Всем привет, меня зовут Роман Жарков. Я сегодня расскажу, как возник мой канал, как он развивался до этого момента. Расскажу о самой великой в моей жизни встрече, о встрече с вами, моей аудиторией. Вы лучше узнаете меня и лучше поймете канал. Начнем по порядку, как я до такой жизни дошел. Я стал видеоблогером. Я не знал о Ютубе как именно платформе для видеоблогеров. Я вообще не знал о таком явлении, как видеоблогеры. Этот аккаунт, этот канал, который вы смотрите, он, по-моему, с 2006 года или 2007. И я использовал разные там видео, нужные мне, опять же, в моем творчестве. Если вы зайдете в раздел «Все видео» на моем канале и сделаете сортировку от старых к новым, то первое видео — это будет фрагмент из фильма «Кикбоксер». Почему это видео у меня на канале? Почему я его еще не убрал? Ну, пока что оно там висит для истории. И это видео, этот фрагмент, знаете, это как дверь, за которой скрываются могущественные силы, могущественные истории. Мне неприятности не нужны. Жаль, клоун, что тебе неприятности не нужны. Вот я живу, ничего о видеоблогерстве не знаю. И тут друг мне присылает видео. Он просто снял на видео то ли пачку соли, как обзор, знаете, соли. В общем, видеописьмо, правильнее так будет сказать. Видеописьмо, потому что общались мы тогда по имейлу, и ну, это как бы долго писать. Он снял видео просто на камеру, где показывал мне. Ну, первое было либо пачка соли, либо что-то там еще. Я уже не помню. Либо шоколадка. Или сразу два он прислал. Что-то его там привлекло, по-моему, в составе. Ну, что-то смешное или где сделано. Ну, что-то сильное несоответствие. Он мне это показал. И мне это очень понравилось. Думаю, я уже с первых видео захотел что-то снять подобное, как в ответ. А он тем временем продолжал. Несколько мне тогда видеописем прислал. Где-то он... Как обзоры получались на еду, что ли. Вот рис он сварил. И пока что-то он говорил про рис. Но именно не про сам рис, а про его там... Ну, то, что на упаковке что-то смешное было. Ну, как-то мне не юмор был написан, а то, что он обнаружил. Как расследование провел. И это на фоне было монитора, по которому там местное телевидение. У нас есть телеканал «Каскад» здесь, в Калининградской области. И там показывали в очередной раз эту всю тему. Ну, в общем, тевтонские рыцари там что-то сражаются в гомолатах своих. А о проблеме германизации скоро выйдет видео на канале. Ну, как скоро? Старые зрители знают, что скоро у меня иногда это... От 2 до 5 лет означает, тем не менее, ну, для меня это скоро. Вот. Ну, хорошо. И, в общем, я смотрю эти его видео, видеописьма, и меня начинает разбирать. Мне нравится, мне приходит идея, надо такие вот снять обзоры. Например, обзор туалетной бумаги, абсолютно бессмысленные. Просто где... Человек, знаете, полчаса, там, бумагу, ну, прям вот вы купили рулон туалетной бумаги. Так, сначала читаем все, что у него написано, делаем выводы серьезнейшие. Потом, да, распечатываем, фактуру изучаем, приходим к серьезным выводам. И как-то это все параллельно. Видимо, я тогда подумал, а куда же я залью видео, да? Каким-то образом я пошел на YouTube, где хранились мои какие-то старые видео. Сам я себя не снимал. А то, что мне нужно было, ну, как иллюстрация. Как правило, там фрагменты каких-то фильмов были. Или вот я уже в Телеграме выкладывал, где наложил музыку на видеоряд с Ошо. Знаменательная веха канала, одно из первых видео на канале, оно было посвящено Ошо. Под засадную музычку такую, бодрую. Но когда Ocean International стал затягивать гайки, поэтому на Ютубе нет никаких вот полноценных лекций Оши. Есть маленькие фрагменты, ну, как правило, рекламного характера.
или с теми, кто договорился с OSHA International, в общем, представляю, да, эту организацию в России. И теперь я вспоминаю, что мне приходило какое-то письмо от Ютуба в каком-то году, мол, если вы не удалите это видео сейчас сами, то вам будет там плохо. Можно было лишиться канала. 3 страйка — это все. А я во всем этом не знал, я подумал, ну ничего себе, как это так? Ничего не знаю, ничего даже удалять не буду, не нужен мне ваш YouTube. И да, у меня были какие-то санкции на мой канал, последствия, ну, мне все это не интересовало. Поэтому, когда я начинал сознательно деятельность видеоблогера, я вспомнил об этом моменте. Кто знает, алгоритмы Ютуба, что называется, как КГБ. Да, что на таком-то канале тогда-то было такое-то нарушение. Где-то это все досье хранится на меня, подумал я. И кто знает, может быть, оно помешает мне на старте. То есть, по факту, у меня канал был, но он в стагнации полной. Он очень мертв. Он был долго-долго мертв. И стоит ли в этого голема вдыхать жизнь? Или же просто начать новый? Но по какой-то причине я решил, несмотря на возможные трудности виртуальные, которых, может быть, и нет. Я не знаю, да? Мы не знаем, как работают алгоритмы Ютуба. Что в данный момент про нас думает нейросеть. Я решил, что это будет красиво, продолжить с этого же канала, потому что к тому моменту все санкции были как сняты против канала. В каком-то смысле он был уже немножко намолен. Он исторический, он, ну, не сам в основании Ютуба, но древний канал. Поэтому я, да, решил вести деятельность на нем начать. Ну, не беспокойся, он не какое-то смертельное заболевание. И кроме того, у тебя есть противоядие. И параллельно я узнал, ну, видимо, я стал смотреть, да, и узнал вообще, что есть такое видеоблоги. Обзоры есть какие-то. Я все этого не знал, не смотрел. А поскольку, когда я начинаю какое-то новое дело, я очень долго готовлюсь, изучаю. И поэтому пару месяцев я стал снимать видео и стал изучать, как вести канал, что это такое. И, конечно, нужна практика, поэтому... Но моему характеру претит что-то снимать, просто чтобы удалить. Мол, снимите 10, 20, 30 видео, это хороший совет. Поймете, что да как, это, естественно, все удалите, и уже начнете снимать дальше. Это мне не подходило. Я даже недавно удалял запись, у меня оставались эти заметки. Потом я планировал делать обзоры на море. Например, обзор камня. То есть вот взять какой-то, ну, только большой камень интересный. Или вот палки. И минут 20-30 делать на обзор. Показывать структуру камня. Серьезный обзор даже не палки, а бревна. Знаете, лежит бревно, его можно все описать, кору и так далее. Но вы поняли, что бы вас ждало, если бы я остановился тогда в своем развитии. Ничего подобного я не снимал. Я решил делать про закаливание. Поскольку я тогда все равно каждое утро бегал, у меня огромный опыт за плечами, там, 5-летний или сколько-то такого закаливания, ну, комбинированного. Потому что я не закаливался, я просто бегал для удовольствия, но бегал круглый год. В одних шортах и кроссовках, то есть ты бежишь даже по морозу, 1-2 километра, купаешься, ничего не растираясь, так мокрый, выходишь на брег морской, мороз даже если, волосы тогда у меня длинные были. Ну, когда я начал вести канал, да, у меня была, ну, были волосы сострижены, а когда я закалялся, ну, у меня много раз в жизни волосы были там и до плеч, это, для меня это вообще, ну, ничего не значит.
Ночью исчезли следы на песке, куда подевался Саньясин? Какое нам дело теперь в тишине? Он спокоен и взор его ясен. Никуда не уходят настоящие парни. Брама их производит в сотрудники дхармы. Ты что, волосы растишь? Сами растут, да? Вот это постоянно бегать, суетиться, не всегда хотелось со стрижкой. Отрастут до плеч, пошел, жик, под ноль. Отрастут до плеч, жик, под ноль. И длинные волосы, знаешь, замерзают прям, такие как сосульки висят, как ледяная у тебя шапка на голове. И ты вот так бежишь домой по морозу, тоже там, да? Ну сколько там, минут 10-15 бежишь, вот, несколько километров. Это достаточно уникальное явление. Я так даже... Наверняка кто-то еще так делает, но... Обычно есть либо моржи, да, которые приходят, раздеваются и в водоеме купаются. И бывает, кто практикует закал-бег, ну, просто бегает в шортах. Хотя все это восходит, что называется, к суворовской закалке, да. Суворов и не так делал. Но, тем не менее, такой опыт, то, что я знаю... И вот давай, прежде чем какие-то я начну творческие идеи свои реализовывать, потому что чем больше я об этом думал, тем больше это меня заманивало, видео представляло столько перспектив. И каждый день я брал с собой, поскольку телефон, там что-то он мне замерял, сколько я бегу, и я начал себя снимать. Как вы понимаете, никакой речи о медитации, о суровой эзотерике речи не было. Зачем? Я пришел как творец, как художник, потому что уже с самой юности, лет 17, параллельно вопросам саморазвития я занимался творчеством. Мне нравилось заниматься творчеством. Песни сочинять, стихи, прозу пытаться писать. Но самое главное, конечно, все, что за этим стоит, это же просто ремесло. За ремеслом художника стоит что? Истории. Истории, образы, сюжеты. Мне всегда нравилось этим заниматься. И все жанры, как я теперь понимаю, привычные. Были мне тесны. И благодаря Ютубу я смутировал и понял свой жанр, который мне подходит. Это самый древний жанр, самый основной жанр рассказчика. Азия. В свободное время мы собираемся. Заваривается кофе на кострах, в турках и так далее. И сидит рассказчик, который рассказывает нам, что сегодня новенького у Синдбада-морехода. И он рассказывает, и мы слушаем. Вот, недавно он, вчера он виделся с Синдбадом-мореходом. После третьего путешествия они пообщались, и Синдбад отправился в новое. Поэтому рассказчик за него донесет до нас события первых трех приключений. И никому не приходило в голову теребить рассказчика за рукав халата. Погоди, погоди, а разве чудо-юдо, рыба-киты существуют? Разве летающие обезьяны существуют? Да, существуют. Но это же сказки. Рассказы, истории поучительные, мощные сюжеты. А пока я снимаю про закаливание, тренирую навыки. Я же все этого не знал, да, что если снимать на телефон или любой микрофон, когда ветер, вот как сейчас, то ничего дома не будет слышно. Ты снимал-снимал видео, достаточно холодно уже, так ноябрь, да, все холоднее. Ты не знаешь, что при морозе техника будет выключаться, что ниже нуля. Ты там уже намечтал, как ты сейчас в минус 15 снимешь мощное закалиновое комбо, покажешь, как ты закаляешься, а оказывается телефон даже при плюс 5 при сильном ветре уже так охлаждается, что вырубается. Сопоставимо с нулем. Всего этого я не знал, все это я осваивал, технически, да, изучал вопрос
со всех сторон. Я узнал, что есть авторское право, поэтому брать чужую музыку – это дело такое. И я подумал, а зачем мне брать чужую музыку, если я могу сам сочинять музыку? Ну, чтобы это было быстрее, на потоке, да, из каких-то заготовок, сэмплов, ну, в Logic Pro. Я сделал первую композицию, достаточно, как мне показалось, засадную. Кажется, к финалу вот первого ролика про закаливание. Залил на YouTube и получил первую свою жалобу на авторские права уже, как видеоблогер я получил. Что эта музыка не моя, а принадлежит какому-то другому композитору, который записывается в студии, как я, ну, я смотрю, откуда жалоба. В студии, там же, где Radiohead пишется, еще какие-то такие серьезные группы. Я думаю, ну это что за новость? Стал искать эту музыку этого человека, еле нашел там. Тоже, что называется, no-name какой-то. Он просто с такого же сэмпла гитарного начал, ну, в Logic Pro, который входит в пакет, а у меня Logic Pro лицензионный. В общем, мы с ним одинаково догадались, одинаково начать. А дальше у нас совершенно разные композиции. Ну, поэтому я апелляцию подал, в общем, все нормально. Но мне это не понравилось. Я подумал, ну, это не вариант. Это не вариант, решил я. И, конечно же, захотел поделиться этим со своей еще тогда невидимой аудиторией. Ну, потенциально. Я же только начинал. Просмотров почти нет, лайков почти нет. Я пошел в лес, потому что понял проблему ветра, осознал. А в лесу деревья нормально. Защищают от ветра, зима. И увидел там пожарный щит на входе, где предлагал там что-то за пожар, штраф 20 тысяч рублей. Ну, это меня насмешило, знаете, что теперь за 20 тысяч рублей лес, что ли, спалить можно? И так на канале появилось там 9, что ли, видео, да, история, как я сжег лес. Я просто на ходу что-то стал, ну, мне это все стало смешить, и на ходу придумалась история, достаточно забористая, где главный герой, школьник, после лета он, сочинение. Пришел в школу, учительница всем задала сочинение, как я провел лето. И он написал сочинение, которое учительницу поставило в сложное положение. В этом сочинении он рассказывал, как он сжег лес с парочкой друзей. Ну, просто отдыхали, пикник, и результатом этого просто выгорело. Там гигантские пожары, которые по телевидению показывались. Учительница об этом знает. И она, конечно... А там откровение на откровение. И из сочинения она узнает, что эти ребята остались ненаказаны. Никто не знает, что это они. А он в сочинении признается. И признается, потому что он там и обращается к там Мариуану, что так вот совесть разъедает, он мучается, как вот персонаж Достоевского. И там прям много отсылок, сравнений там про братьев Карамазовых. То есть уже с этого начинался канал, поэтому не нужно удивляться каким-то классическими дуновениями на канале или искусство. Все темы, они изначально в зародышах были. И, естественно, тема внутреннего мира, тема саморазвития тоже. Вот трейлер. Второе видео на моем канале, это трейлер я тогда сделал. Потому что я прочитал, вроде бы YouTube советует трейлер делать. Я сделал трейлер. Там все такие фразы, да, что-то «победи Кощея в себе». Ну, конечно, это означает как «забори свое яйцо эго», да, «раскали». И прочее, и прочее. Загляни вглубь себя, что страшно, темно. И там такой образ богатыря, да, туда-сюда. Я себе повязываю на лобку там ремень на огороде.
посыл понятен, что появился богатырь, который сейчас вам тут все это, объяснит, который уже всех драконов завалил, и проблем у него нет. Внутренних. Какие-то обычные проблемы, да, что поесть, или ой, там, что в теле болит, это, или что у близких, это, конечно, всегда остается, да, жизнь Молотилова. И общественные проблемы. А внутренних, ну, нет. Чистый, свободный художник пришел на YouTube с незапятнанной репутацией. И там это, ну, это кто захочет, да, может посмотреть, как я сжег лес история. Я не говорю, что она крутая, но просто я записывал. Заодно там отрабатывал, тренировал навыки видеоблогера. Учился снимать, у меня ничего не было там. Никаких-то, я даже не знаю, какие-то селфи-палки, моноподы. Я просто старенький iPhone 4S в руке держал вот так и все. Самая суть в конце начинается сочинение. Поднимает вопросы совести. Он-то и пишет, для чего я все вам это пишу, Екатерина Петровна. Мучает меня все это. А там он мучился очень сильно совестью. И учительница стала, она приходит домой, и ей надо понять, ну, его надо в полицию сдавать. Оказывается, его даже там вроде бы допрашивали, но они там, его даже, по-моему, пытали там. Слоника делали ему из противогаза, табачным дымом накачивали. Но тогда он, ну, выдержал, стойко не признался. Но его это все гнетет, что они спалили лес. В общем, история очень долго развивается, и там, конечно, интересные всякие вкрапления делал. Так, очередная преграда. Ой, блядь! Вот и залив. Лебеди плавают два. Янтаря нет. Потом, когда учительница уже совсем после бессонных ночей с вот такими круглыми глазами, ну, написано, она только это сочинение читала. Проверяет, представляете, проверяет школьные сочинения, так, так, и тут вдруг там на 25 листов или 50 просто вот исповедь грешника. Там прям с отсылками, он прям, ну, рассказывает, как он помнит, да, как мучился Дмитрий Карамазов. Или там, как Алёша рыдал. Потом в следующих частях выясняется, да, что это... На самом деле он подошел к отцу. Пап, помоги сочинение написать. А папа, то ли он в детстве, по-моему, мечтал в театр, да, человеком искусства стать, Гамлета. Ну, жизнь замолотила он там. Просто, ну, работает какая-то нетворческая профессия. И папа помог. Как-то так, кажется, было, я уже призабывать начинаю. Вот, то есть закаливание, вот тема пошла такая, да, случайную историю. Хотя я пошел снимать видео про авторские права. И тогда же я на огороде снял видео, «Поле дураков» оно называется. Это, по-моему, третье или четвертое видео на канале. «Поле дураков». Где, ну, так посмеялся над всеми этими людьми, которые вот считают, что они сейчас переедут жить на природу. Земля-матушка, она божественна, она космична, она разумна, и все поэтому само собой. Тебе уже будем жить как боги, вернемся в Сатья-Югу, золотую эпоху. Все будет хорошо, все само растет, ты, звери тебе все вскапывают, работают за тебя. А ты бог, потому что все хотят твоего, ты сын бога. И... Поэтому у тебя, естественно, все отлично, раскрываются новые возможности, ты уже в галактике засаживаешь садами. Это, то есть, популярная тема, да, вот такого. Вот это все славянство, неоязычество. Я в этом как хорошо разбирался, но в видео я этого, да, я так по-светски над всем этим посмеялся. Там Задорнов же туда же, да, подключился к ним. Это, на тот момент еще живой. Там минут пять, потому что мне пришли какие-то мысли, я не помню, когда я просто на огороде, ну, копал землю. Ну, и мне смешно, я в перерыве, пока ел там калину да черноплодку, записал такое видео. Смотрел на днях по фотографии, 19 век, самые первые фотографии, в общем, полная жесть.
призывает так жить. В избах, в лаптях, назад к истокам. Вот считаю неправы. На гектаре жить, на природе. Разместил. Это стало семенем, которое сейчас, как вы знаете, даст интересный плод. А дело в том, что канал я поднимал воистину с нуля. Я не размещал видео ни в каких пабликах. Но только по закаливанию я, по-моему, разместил где-то. Но там такие группы были практически мертвые. И я все равно не планировал особо закаливанием заниматься. Просто решил, что это и полезно, да, будет, и пригодится, и для меня хорошая тренировка. Но поскольку так нужно для ссылочной массы, для поисковиков, я, конечно, ну, в соцсетях, как завел, у меня были везде уже аккаунты, там, какие-то блоги, да, гугловские, еще что-то, Facebook. Ну, вот на Facebook я, по-моему, да, еще стал закидывать, а ВКонтакте я сразу создал паблик. Именно паблик. А у себя, как на стене, ну, как принято, да, сначала поделитесь своим видео с друзьями, там, поделитесь с тем-то, я такого никогда не делал. Я решил, что это не мое, потому что мои какие-то внутренние интересы, мое внутреннее творчество. Ему нужна истинная аудитория, та, которой это интересно. Те, кто каким-то образом знал, с кем я общался, и кому потенциально или действительно было интересно какие-то грани моего творчества, ну, моей личности, моих знаний, да, тем я лично отправил, ну, буквально пару человек, вот, мол, смотри, я тут начал канал вести. И все. А в остальном сработали именно алгоритмы Ютуба. Трижды благословенные. Система, похожая видео, рекомендации и так далее. Но это очень длительный процесс. Там, года два, да, я, считайте, снимал в пустоту. Но вот это видео вышло. И через какое-то время мне написала моя старинная подруга Анна Андреевна. В юности мы дружили, потом жизнь нас развела. И к тому времени, я не помню, уже Аня жила там, в Москве или в США. Но она написала: «Ром, а про Турсунова что-нибудь есть?» Ну, написала мне в Фейсбуке относительно вот этого видео «Поле дураков». Кто такой Турсунов? Ну, я знал. Как мне когда-то попалось видео, пару видео на этом, на Ютубе, да, но я посмотрел, что он там по отношениям вот это все рассказывает, еще что-то, понял, что это такое, как, ну, ширпотреб от эзотерики закамуфлированный, ну и по мусам, что кришнаит. Ну, не проблема, да, что называется, первый отклик от аудитории. До этого аудитория, ну, кто-то там знакомый пару раз один... Знакомый парень пошутил, по-моему, про как я сжег лес или что-то такое, но в целом ничего. То есть ты снимаешь, там, ну, два лайка есть, там, ну, круто. Комментариев ноль. Или какой-то комментарий, ну, никакого ты ожидал. Ну, то есть непонимание. Там, про закаливание я снимал видео, но у меня тоже сразу, что называется, кто только мной был недоволен, да, и представители сект, и религиозно настроенные люди, и атеисты, и научпоповцы, и даже эти вот, кто любит закаливание. Потому что я в своих видео, я же не скрывал, даже закаливание, куда вы горячитесь? Прыгните в прорубь, и все, сердце остановится, вам оно надо. То, что многие бегают, вот это моржи там сидят часами, это же от эйфории. Да, выбросы гормона, опьяняются, ну, как дурачки. Это тоже как секта. Это не всегда имеет прямое отношение к здоровью. Но да, они зачастую могут там, не болеть, например, да, не простужаться. Я сам не простужался. Ну, я там не сидел никогда там подолгу. Ну, хотя в целом, да, длительно я на холоде находился. Ну и так далее. И там, о, ты чё? Ты что, хочешь, чтобы все бухали? Ну, какая-то, да, не моя аудитория. Я ж потом только понял, что у меня, ну, сформировался,
как согласно моей личности, так получилось, что входной порог на канал, он не нулевой, а необходимо IQ выше или равно 16, как мы определили, благодаря кобовцам. А здесь именно такой интерес и к теме, в которой я, ну, в принципе, разбираюсь, и хотя я и не намеревался, потому что быть каким-то вот таким, как это, разоблачителем, еще что-то, зачем надо, да? Я творческий человек, я пришел. Но как гражданин, почему бы мне не поделиться мнением? Тем более, что каким-то вот таким громлением сект, ну, в своем сознании, ну, я занимался до того, как это стало мейнстримом. Ну, там, 90-е, нулевые. Мы шутили, это как часть нашей творчества было. Вот у нас была группа «Хохлома», ну, как она была и есть. И «Живее всех живых». Там было очень много у нас придумано истории, тысячи, миллионы персонажей. Сначала очень много таких с эзотерической направленностью. Какие-то вот сейчас картины я в ашраме как Кана выкладываю. Как это был создан там, вот даже сейчас чат, да, называется новый, медитативный курорт. Медитативный курорт еще в нулевых годах был придуман как отдельный мир, где существовали там сотни разных мастеров, были созданы тысячи персонажей, разные там мастера были, ну, по медитации. Самые там родоначальники были поручик Ржевский, барон Мюнхгаузен, потом Наташа Ростова. Потом уже клоунов, кальянов, кельянов, сутрамен, кого только не было. Там же были Бетананда и Висламурти. Оттуда, собственно говоря, ну и Бетананда. Ну, я рассказывал это видео про Бетананда. Ну, какие-то, ну, реально, ну, миллионы историй, миллионы шуток, миллиарды персонажей, но это мало кому понятно. Я помню, я послал в итоге одну нашу вот эту книгу, где все это было написано. Ну, на какой-то там типа эзотерический сайт, форум, ну, который как библиотеки, там еще что-то, где вроде как был раздел юмор на тему эзотерики. И автор этого ресурса, знаете, что мне ответил? Ну, я все понял, да, да, юмор, конечно, есть, да, но при чем тут эзотерика? А это была чистая эзотерика. Там, ну, человек знающий, он все видит. Там и медитация, и вершины эзотерической, и топ эзотерической литературы, там отражено понимание всего. Но не в такой примитивно тупой форме, к которой человек привык, да, заученный. Поэтому я могу вам сразу сказать, если вы видите в интернете человека, который вот себя позиционирует, ну, как мастер, как гуру, он вам что-то рассказывает, это все, это дно. Мне же сейчас часто, да, пишут: Рома, а как вот этот, вот тут есть такой-то там, какой-то, не знаю, там, очередной персонаж. Конечно, это все дно. Ну, давайте двигаться дальше. Пока я могу вам вкратце сказать, раз заикнулся, в 21 веке это не нужно. Поезд ушел. Это просто маленькие бизнес-проекты частные. Хоть этот Садхгуру, да, которого там уже по Сбербанкам возят, еще что-то популярное. Это же просто, ну, клоун. Как это? Частный индийский индивидуальный предприниматель, да? Ну, как это будет? Ну, частный, наверное, не говорится, да, это как, я не знаю. Ну, индивидуальный предприниматель. Ну-ка, частный индийский индивидуальный предприниматель. Чип. Чип и Дейл. Вот, это Чип и Дейл. Вот эти ребята. Но о них чуть позже. Сейчас на планете вообще нет нужды в такой деятельности. Именно поэтому то, что они этим занимаются, то, что есть вот такие, как лекторы, как Турсунов, которые сидят за партой и рассказывают якобы там древние какие-то веды, какие-то якобы древние знания. Да, безусловно, спрос существует. Ну, это рынок, да, спрос родил предложение.
Но это ребята, которые пытаются запрыгнуть. Но они не пытаются, они делают деньги на том, что поезд ушел. Цирк уехал, клоуны остались. И они говорят, да-да-да, сейчас тут цирк за углом, такой классный. Да, цирк давно уехал. И так я снял видео про Турсунова. Небольшое, да, там 10-15 минут. Но поскольку мне было скучно просто про этого идиота снимать, я тогда не знал, что... Я думал, что вся эта проблема сект, вот этой такой увлечения этим осталось, ну, в 90-х. Когда это действительно и были такие, знаете, явления, ну, когда сектанты, что называется, старались. Когда, если на основе теософской литературы создавалась какая-то очередная движение, секта, ну, они там хотя бы выдумывали, знаете, там, вместо 7 планов, 14 планов, там, Рикла на Алтае, Эксодус, в Питере заседали, я не помню, ну, там, женщина себя, по-моему, перевоплощением Елены Рерих там называла, но они старались, прям, книг было много, сообщения, ченнелинг с разнесенными владыками, ну, люди старались, как я теперь понимаю. Тогда, конечно, это выглядело ясно, что, ну, детский сад, но на фоне того, что сейчас популярно, вот это вот неоадвайта, как это, тренинги вот это, Тони Робинс, да, трансерфинг сделан, ну, все, что я в разных видео рассказывал. Ну, это совсем вот, это уже детский утренник. И, снимая видео про Турсунова, конечно, я там ради шутки ввел персонажей, да, будто бы там, кто там, мастер Бетананда есть, да, Ашрам Бетананды. А, тогда я, собственно говоря, видимо, и придумал, да, Ашрам Бетананды. Я не помню, да, там, по-моему, написано, что Ашрам Бетананды. Взял старого нашего персонажа, Бетананда, и еще там пару персонажей. Брахмапутров, Махапралаев. Брахмапутров, да, что называется, прошу не путать Брахму с Путрой. Сторожевая башня. Пошутил, и я планировал потом сериал начать. Такой как сериал, где каждая серия — это вот Ашрам Бетананды и какие-то их там внутренние приключения. Такой как дзен-сериал на тему медитации или что-то такое. Ну, я так на будущее подумал, потому что я не хотел эту тему. Зачем мне кому-то объяснять, что такое медитация? Не было такого, да не то, что желания, ну, я понимал, ну, это как-то дико. Зачем это? Поезд ушел, это не нужно. Тогда как, конечно, если человек в этом какой-то нуждается, ну, почему нет? Я всегда рад поделиться своим опытом, если он как-то человеку поможет, ну, хорошо, не поможет. Мне ничего доказывать не надо. И мне в этом плане... Как это? Я надо в комментариях мне напишут, что-то, знаете, как пожелание, мол, Роман, да, не совсем, не во всем с тобой согласен, но в целом ты там молодец, да, удачи тебе в твоих там поисках, на каком-то пути. Ну, могу сразу сказать, ребята, я такого писать не надо. То есть пишите, пожалуйста, но я это, конечно, всерьез не воспринимаю, ваши пожелания, потому что я никакой не искатель. И если вы искатель, вам это должно быть очевидно, ваше чутье. Мне это даже не интересно. Все эти проблемы экзистенциальные я разрешил еще в своей юности. Именно поэтому я обо всем этом так смело и щедро иногда с вами говорю. Иначе бы как я мог об этом говорить? Я из, как это, Made in СССР, да, сделан в СССР.
каким-то чудом я, благодаря советскому образованию, ну, по сути, превратился, ну, как в интеллигента, да, в человека, который пользуется своим интеллектом. И мне просто, ну, как я даже не знаю, что это, воспитание или вот чувства, мои эстетические чувства не позволят мне вещать о том, ну, в чем я не разбираюсь. Если ты искатель, если ты что-то ищешь, да, ты же просто никто, ты же, ну, дерево. Что ты можешь рассказать? Книжки только пересказывают. Нет, поэтому я и эту тему и не затрагивал. Но с другой стороны, как бэкграунд огромный, и много приколов, творчества накоплено в этой теме. С другой стороны, за 10-15 лет попыток как-то это творчество куда-то пристроить, ну, стало ясно, что все равно оно непонятно. Это нужно его как, объяснять, что ли, а кому объяснять? Как человек поймет шутки про медитацию, если он даже не понимает, что такое медитация, и не знает, и не узнает, не в этой жизни. Не, шанс есть у каждого, шучу. А тут интересная творческая ниша, а? Ну ладно, добавил я туда каких-то шуток, Бетананду, Ашрам Бетананды. И дальше продолжил снимать видео. Снимал. Поначалу мне это казалось легким. Что там такого, да? Снял видео каждый день, пришел, за 5 минут смонтировал, за 10 минут смонтировал, все, опубликовал. Да я уже блогер. Где же моя аудитория, где же мои подписчики? Где это все? Ну, так началась моя эволюция ютубера. Естественно, чем больше я разбирался, тем больше уходило времени на съемку, на монтаж. Это несло траты, покупку оборудования. Техноболь и техносказку. Но именно это видео послужило, вот видео про Турсунова, да, которое, о котором Аня меня спросила. Потом оно и появилось. Под ним пошли какие-то комментарии вот этих сектантов. Я думал, вообще это все вымерло. Ну, я понимаю, в 90-х, да, это Харе Кришна, но я не знал, что это до сих пор живо. Ну, мне неинтересно было, я не вникал. Ну, эта тема, видимо, меня подраззадорила, да, когда я пошутил про Бетананду. Мне это Тарасунов, ну, для меня это просто никто. Конечно же, у меня не могло даже возникнуть желание, знаете, как там пишут эти сектанты, как хайпануть или на ком хайпануть. Есть же популярные блогеры, на которых ты можешь какие-то выпады делать. В чем? Какой хайп? Какую аудиторию привлечь? Этих баранов этих, что ли? Поэтому у меня такого и желания, да, не могло быть. Но если людям интересно, вот мне там спросили. А пока я прикалывался, да, Бетананда, Махапралаев, все это стало... я же там шляпу, да, Махапралаев, у меня, по-моему, он в шляпе соломенной. И так я и стал потом некоторые видео в шляпе снимать дома, еще что-то. Пошел опять какой-то ряд видео, я не помню, что-то там про буддизм немножко касалось. Потому что, по-моему, под этим видео нашлись ребята, нашлись зрители, которые, видимо, оценили юморок про Ашрам Бетананды и стали что-то спрашивать. Ну, то-то, или там, Роман, а что про буддизм думаешь, да, или каким-то образом стали накапливаться такие комментарии. И я стал снимать иногда такие видео. И только вот это видео про Турсунова, оно, по-моему, где-то 44-е. Причем часть видео я на канале удалил потом, к сожалению. Тогда я думал, что раз лайков нет, просмотров нет, комментариев нет, ну, наверное, эти видео только портят мой канал. И когда я удалил, мне несколько человек написали, например, как я устанавливал на iMac Windows второй операционной системы, было пару видео. И оказывается, были люди, кому эти видео нравились, и даже они их время от времени пересматривали. Там пройдет месяц, раз пересмотрит это видео. В очередной раз, хоп, видео нет. Мне написали, я думаю, елки-палки. А я и оригиналы удалил у себя. Таким образом, вот там 44-е сейчас видео, по-моему, на канале, это вот про Турсунова.
благодаря которому многие из вас меня и нашли, потому что оказалось эта тема популярна, они же как, ну, сектанты, да, бьют по теме отношений, люди смотрят, что-то отношения для всех больная тема, ну, все понятно. И у кого, как бы, трезвый разум есть, они посмотрели видео, им понравилось и стали смотреть мой канал. Потом под каким-то из видео написали, впервые меня спросили про медитацию. Рома, а как ты вообще думаешь, вот эти медитации всякие, нормально? Обычно я старался на какие-то такие вопросы отвечать в комментариях, а видео на такие темы не снимать. Но тут я понимаю, ну, это слишком долго писать в комментарии. И написал, ладно, я сниму видео. Так появилось первое видео медитации на канале. Оно, ну, где-то 80-е, что ли. То есть, если вы посмотрите канал сначала, да, как эти, то проглядывается, как эти темы появлялись. Это не какой-то мой хитрый план, или я там думал, так. Вот чего мне в жизни не хватает, так это хайпануть на сектах. Они слишком много себе значения придают. Какой хайп? Коп там, даже АллатРа. Ну, это же, ну, капля в море. Я сделал эти видео только потому, что я в этом разбираюсь, и только потому, что был запрос от аудитории, которая, ну, стала чувствовать, что я в этом разбираюсь. Ну да, я в этом разбираюсь лучше всего. Во всех там течениях эзотерики, во всех течениях, ну, вообще во всех течениях в этом плане. Самопознание, саморазвитие и, естественно, как вершина, венец медитации. Ну да, я разбираюсь в медитации. Ну и что, потому что сколько уже там, сколько, ну, лет 17, да, назад узнал, что это такое. Я не прочь поделиться. Ну вот, снял видео про медитацию, потом дальше я там снимал какие-то видео. Но от всего этого набегали новые комментарии, вопросы. И так я стал лучше понимать, что сейчас вообще происходит в среде такой, как скажем, российской саньяс, в среде искателей, какие существуют мифы, какие существуют заблуждения. Так вот эта тема появилась. Эзотерики, медитации. Двигаемся дальше. Следующий этап в развитии канала – это первая посылка на канале. Посылку прислала Евгения Евгеньевна. Это очень приятно. Я почувствовал, что называется, отклик материальный от своего творчества, от того, что я делаю. Причем Женя же послужила появлению на канале более такой осознанной системы донатов. Донатов, меценатства, ну, как я шучу, прайса. Потому что когда Женя обратилась, впервые мне написала и хотела видео на ту тему, которая ей интересна, она сразу задала вопрос, ну, сколько стоит это? Да, сколько это стоит? Ну, сколько с плеча, да, скинете? Я тогда не понимал, что людям это даже и неудобно. Взрослый человек сознательный, он понимает, что ты будешь трудиться, да, что ты потратишь свое время несколько дней для производства того контента, который тебе интересен, он хочет это компенсировать. И ему неудобно вот это выспрашивать, вытягивать из тебя клещами, как же тебя отблагодарить. Ему нужна какая-то, да, ну, ты зашел, ага, вот столько-то то-то, вот столько-то то-то. Сколько пожертвовать-то нужно? Ну, я сказал, да, подумаю. Думаю, да, ладно, что-то, ну, канал маленький, куда это? Я уже не помню, к тому времени я сделал или нет какое-то минимальное хотя бы требование, да, там, Яндекс.Кошелек, карту Сбербанка. Не помню. Или это все одновременно я делал. Кто-то меня уже из аудитории спрашивал, Ром, там, куда донат кидать или еще что-то. Но я тоже, почему я долго тянул, мне казалось, я видел, что YouTube в основном платформа школьников, по крайней мере, на тот момент была, взрослых людей мало. И если взрослые люди есть, то они, ну, им не до этого, они зачастую и не понимают, да, как это все работает, там электронные кошельки, еще все вот это, вводить номера своих карт, может быть, боятся, потому что у многих операционная система, да, даже пиратские, ломаные или еще какое-то там программное обеспечение,
ну, нелицензионная. Все это нагромождает вирусы, трояны. Это я теперь начал подкашливать, потому что на предыдущем месте локации сидушку оставил. И пришлось километрика 2 по песку в быстром темпе навернуть, пока я никто не забрал. Рядовые такие будни блогера. Такое бывает. Изредка, но бывает, что часть оборудования где-то остается. Иногда более ценная, иногда менее ценная. Тем не менее, хватанул немножко легкими лампового звука. Ну, в общем, вот так и появились прайсы. Я понял, что есть люди, ну и вообще, благодаря Жене, ее посылке, разговору со мной, вот в том числе о прайсе, о благодарности за мое творчество, я понял, что меня все-таки смотрит и взрослая аудитория, аудитория с интеллектом, думающая, которой я могу быть полезен и в плане саморазвития, и вообще. Полезен, интересен, что меня смотрят. Потому что ну, не у всех есть время там какой-то комментарий писать или желание. А я этого всего же не чувствовал, не знал. Конечно, начинать впервые канал — это непросто. Мне бывает, пишут сейчас ребята, кто начинает, и вот там, думают, если я их упомяну, то как-то, ну, в своем видео на их канал, то у них появятся зрители, а то как бы молотить в пустоту, да, не очень, снимаешь, а аудитории отклика нет. Ребята, это норма. Я снимал, ну, года два, наверное, прям в тотальную пустоту. И теперь я понимаю, глядя даже на свое раннее творчество, ну, правильно, а что ты хотел? Тут разные пути есть развития. Я изначально понимал, что мне будет нелегко, потому что я отказался от того, чтобы там максимально где-то ВКонтакте свои видео расшаривать, там, друзьям, ну, всем таким друзьям имеется в виду по соцсетям, да, кто там у тебя в друзьях, что они будут видеть какое-то у тебя видео, из интереса, может быть, заглядывать. Я так не захотел делать. Потом темы у меня были непопулярные. Изначально есть два варианта начать, да, взять какую-то тему или жанр, и в нем снимать. И такие каналы есть, даже огромные. Зачастую такие каналы держатся. Но это похоже, как на телевидении. Есть даже там некоторые техноблогеры, да, связанные с техникой, которых я смотрю, но мне их личность неинтересна. Я их терплю только из-за качественного контента тематического. Если же они начнут снимать там о своей жизни или еще какие-то свои мысли, ну, я сразу, понятное дело, перестану их смотреть. Поэтому разные есть каналы, есть смешанные, но крайности — это тематический какой-то канал. Например, человек показывает все о велосипедах, он мастер велосипеда, да, и рассказывает, как настроить велосипед, как отремонтировать, что там новенького в мире велосипеда. А есть канал, который выстраивается вокруг личности. Есть какая-то личность, она чем-то занимается. Естественно, есть все равно какие-то темы основные на канале, те, в которых эта личность разбирается. Но все строится вокруг личности. Есть смешанные варианты, и иногда некоторым блогерам удается выскочить из тематики. Они делают тематические видео, да, это может быть какой-то там бьюти-блогерша. Потом она становится популярной и уже начинает просто обо всем, о своей жизни, влоги и так далее. Я сразу решил, что мой канал будет авторский. Есть я, Роман Жарков, есть мой канал. Я буду делиться творчеством, мыслями, ну, всем, чем мне захочется. Что мне захочется снять, то и буду делать. Это не будет канал про что-то вот там такое или такое, вот узконаправленное. Такой канал поднимать в 10 раз с нуля сложнее. Потому что куда ты будешь свои видео? Если ты начинаешь снимать про велосипеды, ты можешь найти паблики, группы, связанные с велосипедами, да, и туда свои видео постить. Когда у меня уже, вот как вы понимаете, к сотому видео стали появляться немножко эзотерическая тематика, то да, я стал все-таки снимать видео про медитацию, чего не планировал. Потому что я увидел, что могу быть полезным людям, что все-таки, ну, сложно людям разобраться в этом особенно болоте эзотерическом, в котором я, что называется, как этот, не как рыба в воде, а как ихтиозавр в океане. Древний гигантский ихтиозавр, где ничто для меня не ново, и все понятно и пройдено. И, конечно, я могу, ну, чем-то помочь, что-то подсказать, что-то прояснить, словно послужить гидом. И не в этой мусорке, которая называется эзотерика, а во внутреннем мире, в мире мысли.
И, в принципе, это красная нить моего канала, то, что объединяет все видео. Какие бы я ни снимал, про закаливание, какие-то истории я рассказываю. Все объединяет тема внутреннего мира человека. Потому что человеческое царство, чем оно действительно ценно, это наличием внутреннего мира. Чего нет у животных, чего нет у других видов, населяющих нашу планету. И самая руда, главное, самые вот алмазные копии во внутреннем мире, это, конечно, мысль, человеческая мысль. Это самое драгоценное сокровище, которое дало нам технологии, дало нам культуру, дало религию, дало искусство и науку. И мысль, о которой я говорю, это мысль творящая, да? Мысль творца. Изобретение, произведение искусства, научное открытие, логика, осмысление самих себя, эволюция самосознания. Это все, что мне всегда и было тоже интересно, и то, что объединяет все мои видео. Нет какой-то солянки, которая даже если кажется, то нет. Это грани бриллианта. Да? Кстати, знаете, почему бриллиант красивый? Бриллиант замедляет свет. Не только он, естественно, вода замедляет свет, стекло замедляет свет, но бриллиант больше. Я уж не помню коэффициенты. Кажется, стекло 2 показатель, коэффициент, а бриллиант то ли 2,5. Поэтому именно он так играет, если его огранить. Если так стекло огранить, оно так не будет играть и словно светиться изнутри. То же самое с моим каналом. Да, есть какие-то грани, возможно, для вас появляются новые, которые вы или еще не видели во мне, или поскольку канал целиком не смотрели, не проглядывали, или просто не придавали этому значения, пока вот я сейчас не вношу полную ясность, полную прозрачность. Я хочу, чтобы и я как автор, и мой канал, и все мы с вами вместе как единое целое стали наконец-то полностью прозрачной системой. Для этого я это видео снимаю. Это всегда и было прозрачно, но я понимаю, нужно, назрело время, да, обо всем этом поговорить. Пусть это будет вот бриллиант, который мы продолжаем гранить, появляются новые грани. Почему мы? Потому что теперь вы видите. Тема вообще эзотерики, медитации, саморазвития как таковая, конечно, она рано или поздно бы выползла. Да, потому что творчество, которым бы я делился, еще что-то, везде за этим незаметная моя улыбка бы прослеживалась за образами, за сюжетами, за шутками, за пояснениями, за какими-то психологическими разборами. И рано или поздно вы бы это... Это до сих пор является хорошим фильтром на канале. Теперь я понимаю, как мне удалось притянуть такую вот классную аудиторию. Интеллектуально подкованную, достаточно свободную, желающую развиваться. Открытую миру. Я даже не ожидал. С одной стороны, до того, как я начал вести канал, у меня были немножко завышенное представление о человечестве в среднем. Сейчас оно занизилось, особенно вот, конечно, я говорю о последних поколениях. Поэтому появилась на моем канале такая, как и гражданская позиция, и позиция именно уже не саморазвития, а самообразования, необходимости читать книги, классику, искусство, про это все не забывать. Не только поэтому, потому что, поработав с аудиторией по теме медитации, я увидел, чего не хватает сейчас людям, в чем сложность основная. И я это объяснил в ютубианском человеке, потому что если ты не можешь внимательно прослушать и понять, и насладиться 4-часовой оперой, то о какой медитации вообще может речь, о каком саморазвитии? Ты просто погибнешь от скуки намного раньше. Я понял, да, что все-таки есть люди, разбросанные по планете, люди интересные, которым и я интересен, мое творчество интересно, и которым я могу быть полезным. Это каждый раз это воодушевляло, и благодаря этому я не переставал. Потому что мало ли того, что мне хотелось бы это делать, еще что-то, ты понимаешь со временем, это же очень много времени.
чем больше ты вникаешь, YouTube не может быть хобби. YouTube это, YouTube канал может быть только работой. Если у вас сил много, да, это может стать как второй работой. Но рано или поздно вы все равно сделаете выбор. Или уйдете с YouTube, или полностью посвятите себе YouTube. Может быть иллюзия, как и у меня, да, поначалу. Что там это такое? Снял видео, что там такое, его смонтировал. Но это пока вы не разбираетесь в профессии. Потому что в своей жизни я поработал в разных сферах. И уголь тоннами грузил. В тележках возил, там, ну, мы нагружал, или, да, там, возили, ну, и в печь кидали иногда тоннами. А в основном загрузить-разгрузить была работа. Потом и годами я на стройках работал монтажником. Стены там бурил такие метровые. Прокладывал разные слаботочные системы, пожароохранные. И проектировщиком был, все это проектировал, там, да, и в автокаде. Вот, и большие объекты в голове удерживал. Потому что реалии таковы, что иногда приходится делать огромный объект без проекта. Вот храм Христа Спасителя у нас огромный, да, в Калининграде. Достаточно большой объект, там только в подвале более 100 помещений. То есть там купола, всякие разные помещения, а проекта не было. То есть я делал это все без проекта, но я теперь понимаю, я думал, это легко. Ну, потому что все-таки, как я на физику учился, еще что-то, да, мозг прокачан решением задач физико-математических. Ну и что такого, да, представил весь храм, все там распределил приборы и держал в голове, а потом уже меня свозили к проектировщику, который с моих слов все это нарисовал, да, задним числом это в проекте. В офисе работал, там, менеджером работал, как это, замначальника работал, начальником отдела, да, начальником участка, начальником отдела, помощником директора. Ну, это все было не мое. Это все долго рассказывать, но я к чему? Что не бывает легкой работы. Конечно, может показаться, что быть ютубером, говорить что-то вот так на камеру, просто говорить, знаете, это также многие люди из-за того, что они владеют языком, у них есть речь, и они там переписываются. Часто многие думают, что это и значит быть писателем. Что, да и я так могу написать. А, что там это там Донцова, да? Если я захочу, я еще лучше напишу. Напиши. То, что ты владеешь речью, не означает, что ты сможешь внятно даже 1-2 абзаца написать. Ты их напишешь, может быть, ты будешь думать, что это круто, но это графоманство, от которого, ну, того просто будет смеяться. А ты будешь не понимать, мое творчество не понимает. Все труд, все есть ремесло. Все требует огромного времени, самоотдачи, усидчивости и, конечно же, ресурсов, финансовых вложений. И мой канал, безусловно, он съел. Если это рассматривать как бизнес, да, как вот мое дело, то так и есть, как там говорят. Первые годы бизнес, естественно, в убыток, да, люди кредит берут, стартовый капитал, если нет, ну, безусловно. Я не могу оценить, сколько, вот что называется, вложено в канал. Думаю, это можно оценить, наверное, как 1 000 000 рублей. Это не значит, что я непосредственно потратил 1 000 000 рублей. Потратил на канал я, конечно, ну там, ну я не знаю, ну несколько сотен тысяч, чтобы его вести, чтобы у меня было оборудование, чтобы было на чем это все монтировать. Конечно, я старался как-то параллельно по ним, ну так, покупать оборудование, чтобы это как-то мне все равно могло пригодиться в чем-то. Даже сейчас мы с вами сидим, несмотря на ветер, море, шум, мы имеем с вами вполне хороший звук. Вы меня нормально слышите. И если у меня было бы время еще на постпродакшене дольше работать со звуком, это было бы еще лучше. Почему мы с вами так хорошо общаемся? Потому что, что касается звука, да, это, ну, где-то долларов 500, наверное, даже больше. С рекордер плюс петличка, карточка, так далее. Потом работа со звуком. Иногда у меня полдня уходит на это. Даже так предварительно сбросить там. И дальше уже в аудиоредакторах поработать звуком, прежде чем я его пришью к видео, которое снимается на камеру. И да, начну монтировать. То есть все правильно. Ну, это минималка, нижняя планка.
500-600 долларов, мы с вами более-менее можем нормально общаться. Конечно, поначалу я смотрел там, знаете, блогеров, как, ну, рекламы, еще что-то там. Вам достаточно петлички там и за 100 рублей, или вам достаточно микрофон Боя там М1 за там 1000 рублей. Ну, я тогда его за 1800 купил. Так он у меня и валяется. Ну, это просто смешно. Это просто смешно. Естественно, если вы снимаете в комнате на фоне обоев, просто вот так на камеру, на встроенный микрофон камеры, безусловно, петличка за 100 рублей, это будет все равно лучше. Но если вы планируете разговорные видео, длительные видео, ну, можете об этом забыть. Точнее, не забыть, пробуйте, развивайтесь, и однажды сами услышите. Этим грешат и очень даже популярные блогеры. Я знаю блогеры, у которых 5 миллионов подписчиков, ну, это невозможно слушать. Несмотря на то, что у них уже студия есть, ну, просто экономят. Студия уже есть, команда есть, да, техноблогеры, но нужно же акустику делать. Вот почему я стал уличным блогером, и мне это нравится. Это тоже не случайность. Я снимал на телефон, я понимал, что освещение... Я узнал, что с такой маленькой матрицей, мини-крошечной, как в телефонах, снимать дома... Я, конечно, снимал иногда, умудрялся, но это не серьезно. Это всегда будет плохо. При дневном свете, да, можно снимать на телефон. То же самое со звуком. Эхо в комнате, еще что-то, там ковры надо развешивать. Когда ты уже всерьез, по-взрослому, что называется, начинаешь работать на Ютубе, помимо средств, ты вкладываешь, откуда я там сумму такую уже приличную, внушительно нарисовал вложение, ты вкладываешь собственные силы и время, самый главный человеческий ресурс, ты вкладываешь время. Ну, скоро будет 4 года. Сопоставьте, да, какие у меня длинные видео, сколько я на это времени потратил, на производство этого контента. Сделать видео – это не включить камеру, поговорить час, выключить, залить на YouTube – все. Это самое легкое. Снимать видео – самое легкое, самое, что мне нравится. Конечно. А вот производство этого видео, да, иногда до недели, по-разному. Если прям... Ну, за 2 можно дня иногда бывает сделать, за 3. Но это я... Некоторые видео я делал, пытаясь соблюдать какой-то график или для себя какие-то важные вехи отмечать. Я монтировал до 5 утра. Я монтировал... Я помню про чемпионат мира по футболу. Я монтировал 20 часов непрерывно. И все равно не успел. Потом я поспал немножко и что-то доделал. По-моему, так это было. Ну, представьте, это, я не помню, ну, наверное, полчасовое. Ну, что там такого, снял там, да, поговорил. Но это я вот в самом экстренном темпе делал, очень быстро, закрывая на многое глаза, на свой перфекционизм. 20 часов, это просто вот я сел за компьютер, я даже, ну, как, я один раз ел, ну, прямо за компьютером. Вот просто я 20 часов монтировал, не вставая, ничего, не разминаясь. Ну, как вы думаете, даже в более щадящем режиме, допустим, 4 года вы так помонтируете, какая-то, ну, как монтаж, это работа с видео. Потому что монтаж – это искусство, и, конечно, видеоблогер, ну, это называется монтажом, да, это как маленькая часть. Потому что искусство монтажа – это то, что мы видим в кинематографе. Там свои законы, много правил, это настоящее искусство. Сочетание искусства оператора с искусством монтажа. Но работа это такая, ты сидишь, то есть если ты снял, например, да, часовое видео, тебе его как минимум надо, ты какое-то время потратишь, проверяя, все ли нормально там, все ли получилось. Потом ты на монтаже минимум, ты минимум еще раз это видео посмотришь. Да, плюс ты его будешь нарезать, там, возиться, плюс его нужно загрузить, это все время. Это все мощности, слабый компьютер, это все. Хороший компьютер для хорошего современного монтажа – это минимум 200 тысяч рублей. Минимум. Минимум. Мой, к сожалению, уже вот устаревает. Поэтому я вынужден жертвовать качеством. Я мог бы… Ну, картинка пока такой останется, мы о картинке еще поговорим. Но в целом я мог бы немножко лучше делать. Но я себя уже сейчас вынужден ограничивать, даже вот в этом, например, видео. Потому что я понимаю, что… Камера, я сейчас снимаю, да, на iPhone. Это все замечательно, он тянет, а компьютер уже такие мощности не потянет.
Он просто не сможет работать с видео, которое я могу полноценно снять на iPhone. Поэтому я снимаю, что называется, немножко попроще, так, чтобы, ну, можно было продолжать работу. И самое главное — это, ну, время. То есть, конечно, когда мы не занимаемся, ну, откуда? Это, знаете, я вот, это, но это везде. Когда я работал вот монтажником слаботочных систем, ну, мы ставили в основном пожароохранная сигнализация, это видеонаблюдение, и я работал как простым рабочим, да, кто это все непосредственно делает, устанавливает, так и проектировал это потом проектировщиком, так и просто начальником отдела, ну и так далее. Со всех сторон, да, знаю эту кухню. И вот, конечно, когда я был простым монтажником, это рядовая ситуация. Приезжает твой начальник, который сам никогда не монтировал, сам никогда не знает. Он не знает, какие бывают помещения, какие бывают нюансы. Он приезжает с клиентом и видит, о, там, допустим, маленькая, не знаю, там, салон какой-то, бутик или парикмахерская. Там, две комнаты, так, ну, что тут, там, 5 датчиков поставить, там, 6 датчиков, да, ну, и прибор на стену, все, немножко провода бросить, ну, работы на день. А я как раз, например, работаю вот в храме Христа Спасителя. Меня, значит, срывает с напарником, или даже да, там работы на день. Я говорю, не, без напарника нет. Ладно, 2 нас туда посылают, ну там на день, ну на 2 максимум работы. В итоге сколько мы там работаем? Неделю. И, соответственно, и цена такая же, да, клиент платит, что тут работы нет. Ну, откуда ты знаешь, что на это уйдет один? Ну, правильно, он сам такой работы не выполнял никогда, но он видел, что иногда вот такое помещение можно сделать за день, за 2. Ну, ему так кажется. А то, что мы там неделю, из-за этого страдали другие объекты, там уже звонит начальство, где ваши работники, куда вы делись. Ну, потому что, да? Есть потолок, есть допотолочное пространство, но оно не всегда есть. Там гипсоплиту, допустим, снял фонарь, посмотрел, а она вплотную, вот, кто разбирается, да, она вплотную, там, толщина профиля, и вот почти вплотную к бетону просто замолочена. То есть там нет куда там провода бросать красиво, а клиент за это заплатил. Вывод: хочешь быстро, значит, надо короб. Прям по этой гипсоплите все это будет уже некрасиво, видно. Но расходы дополнительные, и так без конца. То есть, пока ты сам чего-то не делал, длительно не вник, не побывал в разных ситуациях, ты не знаешь, что это за работа. Тебе могло то, что ты там сделал, вот как я, да, первые 100 видео – это не видео для меня. Не, они классные, как контент, и на самом деле, как и снято, ну, конечно, для меня это уже, как и, ну, с улыбкой я на это смотрю. И тогда мне казалось, о, да я тут сейчас каждый день смогу сделать видео. Что тут сложно? Есть, конечно, знаете, каналы, у которых прям сотнями тысяч подписчиков или чуть ли не до миллиона, которые так и снимают. Поставили камеру или телефон в комнате, или в офисе, там, где они сидят в кресле, включили, звук идет, или вот в сам же встроенный микрофон камеры, или там на какой-нибудь параллельно на телефон, на смартфон, да, через гарнитуру или там какую-то тоже дешевую петличку. И так это просто и молотится потоком видео за видео. Ну, там, отношения какие-нибудь, психологии, еще что-то. Потому что у людей это больная тема, а люди из-за этого вынуждены это смотреть. Ну, это же просто шлак. Я себе такого позволить не могу. Качество. Да и тем более у нас с вами видео, да, длительное в основном, разговорное. И изначально я, конечно, думал, что надо делать короткие видео, но я ошибался, потому что моя аудитория хочет длинные видео, моя основная аудитория, она хочет чем длиннее, тем лучше. И в этом очень важно, да, почему контакт с аудиторией, а на тот момент контакта не было. Последний раз, когда я уволился, мне, ну, там уволился я не только ради того, чтобы просто творчеством заниматься, там были причины, по которым я ушел. И временно, что называется, творческий отпуск взял затяжной. И, конечно, мне всегда хотелось реализовать свое, пристроить свое творчество. Тогда я как раз планировал, думаю, ну, напишу, наверное, в прозе «Терминатора», которую я вам еще, я только нулевую главу вам рассказал. Начну писать книгу. И музыкой параллельно буду заниматься, там, аранжировки делать к песням, еще что-то на компьютере. Да, я действительно этим занимался год там, или больше, и вот параллельно
увлекся Ютубом. И теперь я вспоминаю, что когда я думал, как же мне историю нашу с другом, продолжение «Терминатора», лучше реализовать, да? Теперь, как вы знаете, кто смотрит канал, я и поэму писал огромную, как Данте Алигьери, терцинами, ну, как, терцетами вот этими. И много чего. И теперь, да, я дождался своего часа, то, что мне подходит. Это YouTube, это быть видеоблогером. Это прям мое. С детства, получается, к этому я шел. Когда-то я посмотрел фильм «Кинг-Конг», был «Кинг-Конг» и «Кинг-Конг жив» в СССР, кинотеатром, я был ребенком. А тогда была непростая ситуация, и я жил у тети с дядей, а родители на Дальнем Востоке были. Там не было возможности в школе учиться, поэтому я первый, второй, третий класс в Курской области у тети с дядей жил. Я посмотрел «Кинг-Конг», я был так впечатлен, что написал вот такое вот письмо гигантской маме, где полностью пересказал всего «Кинг-Конга». Письмо до нее не дошло. Ну, я и потом, когда она приехала, как какой-то отпуск, рассказал. Наверное, письмо было слишком толстым, или, может быть, его вскрыли, проверить. А там, глядишь, зачитались истории, и отнесли своим детям. Ну, в общем, я любил это дело, да, посмотрел фильм, рассказал. Тогда уже во мне формировался рассказчик. И теперь я вспоминаю, что когда у меня появился вот мой первый iPhone 4S, у меня была идея на видео рассказать «Терминатора». И я попробовал это сделать, включил, сел, немножко рассказал о Джонни Конноре, просмотрел, ужаснулся и об этом забыл. Сделал я это, не помню когда, может быть, даже еще видеоблогеров как таковых и не было. Ну, как раз YouTube уже был, да, они, я не знаю, когда точно стали появляться, первые видеоблогеры, именно такие сознатели, как Жан. И когда я снял себя на видео, где я рассказывал Джонни Конноре, посмотрел, ну, я просто ужаснулся. Что это? Какой ужас! Конечно, я тогда ничего не знал. Каких-то простых приемов, которые позволили бы в 100 раз улучшить восприятие этого видео. Но мне тогда показалось, что это ужасно. Конечно, я, видимо, снимал себя с рук или поставил куда-то телефон. Ну, просто, что я говорю? Воображение мне казалось, как? Ну, я же вот так всегда общаюсь, вот как сейчас с вами. Что, я не смогу рассказать? Почему это так ужасно? Теперь, спустя столько лет видеопрактики, конечно, я понимаю, в чем главная причина. Это в том, что я снимал вечером, там одна лампочка какая-то горела, вот, которая этот желтушный цвет ужасный дает. Это просто качество картинки. С телефоном надо было выйти на улицу. Телефон не надо, чтобы дрожал, да, поставь его куда-то. Немножко отойди, но для этого тебе нужна уже, ну, аудиосистема. В общем, тогда, конечно, я забыл про это. Надолго. Но такая идея была, и мне это приятно. Вспомнить, что не под влиянием, что я увидел, где-то там какие-то блогеры есть, которые рассказывают. Нет, а просто я естественным образом, такая идея, да, а почему бы не снять себя на видео? Как такое документальное кино, где я буду рассказывать приключения Джона Коннора. Мне это приятно вспомнить. И вот следующий этап, какой же стал на канале. Потому что, конечно, комментарии были, вы появлялись, вы меня смотрели, но я этого не чувствовал. Мне казалось, что я вот, ну, в бездну, в стену снимаешь, и все в никуда. Отклика нет как такового. И следующий этап в развитии канала – это эпоха стримов. Стримы появились благодаря Пьеру Эделю. Вот появление, появился так, прайс, появилась более какая-то осознанная, я стал озвучивать систему меценатства, да, чтобы призывать там, поддерживать канал. И это, конечно, тоже послужило сильным стимулом. Большое спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает меня. Это сразу я пошел и начал, ну, более щедро тратиться на оборудование.
что называется, продолжая себя вгонять в минуса, но я почувствовал, что все равно отдача возможна, мне просто надо стараться. И я пошел там, покупал всякие, да, там, моноподы, все, что мне надо, гориллоподы. Телефон, естественно, обновлял не раз, да, это вот третий телефон на канале, на котором снимает, и я принял решение, что, наверное, дальше мы с вами уже только на камеру перейдем, об этом в финале видео поговорим. А пока что я хотел вот это обозначить, да, что любая работа – это работа, любая работа требует труда, который в том числе будет гробить ваше здоровье, гробить ваши нервы. Не бывает любимой работы легкой. Вот это моя любимая работа. Но, естественно, ну, едва ли не каждый день, что называется, хочется это бросить. Но, конечно, нет, ты не бросишь, тебе это нравится, поэтому ты снова начнешь. Но когда работаешь на нелюбимой работе, и там ты гробишь свое здоровье, и ты понимаешь это, то это вгоняет в грусть. Когда ты занимаешься любимым делом и подвергаешь себя большим нагрузкам, особенно спина в основном получает, да, сильную нагрузку на постпродакшене, когда ты делаешь видео, после вот все, что будет, вот сейчас я снял, да, это закончится самая легкая часть работы. И потом от двух дней до недели, ну, это зависит от материала, от монтажа, от сложностей разных. Компьютер это все как долго просчитывает и так далее. Ну, это же заливается это на YouTube, выясняется какая-то проблема, еще вся эта кухня, да, которую, может быть, когда-то надо будет показать эту кухню, я просто, мне кажется, что у меня такой очень небольшой канал, поэтому, ну, и не нужно это показывать. Но я всегда так думал. Когда мне Женя изначально сказала, да, ну, сделай уже ты прайс, донаты, ну, помоги людям. Мне казалось, да, ну, маленький канал, ну, зачем это впереди? То же самое и про стримы я думал. Конечно, я к тому времени уже все изучил про стримы, мне хотелось стримить. Но я думал, во-первых, что у меня компьютер вообще не... Ну, это правда, да, что он слабоват для этого. А, во-вторых, мне казалось, что надо, ну, минимум. Потому что какие-то блогеры говорили, что минимум надо, ну, 10 тысяч, 20 тысяч подписчиков, и тогда имеет смысл хотя бы стримить. И это было действительно так для них. Я это видел. Я видел блогеров, которые... Я смотрел на тот момент всех блогеров. Я изучал всех. Любой жанр, там, бьюти это блогерша, или это на тот момент еще тогда популярный Ивангай. У каждого было чему-то поучиться можно. Я всех изучал, я узнал весь YouTube. Кто тут сторожил, кто что, разобрался во всех конфликтах на YouTube. Ну, поскольку это моя работа, да, я вынужден с этим... Ну, мне интересно, и нужно изучать. И на тот момент я видел, что есть каналы, 50 тысяч подписчиков, они запускают стрим, и там просто, знаете, хорошо, если за весь стрим там 1-2 комментария напишутся, просто вялое ничто. Поэтому я не мог ожидать, что уже собралась вокруг моего канала, ну вы собрались, просто аудитория, ну аудитория мечты, о которой можно только мечтать. По комментариям этого было непонятно. Как-то это было не совсем активно, не еще что-то, ну вот, да, ни рыба, ни мясо, непонятно было. Но первые все равно какие-то финансовая поддержка, она меня вдохновила, я начал сильнее тратиться в оборудование и сильнее мутировать, что YouTube, что я на YouTube всерьез, окончательно бесповоротно. И примерно тогда, да, мы, что называется, скооперировались с Пьером. Потому что Пьер как раз тогда выпустил свое видео «Я не кришнаит», и он видел мое видео про Трусунова. К тому времени уже ведический цикл вышел. Пьер мне написал, предложил вот видео снять, которое я сначала для его канала сделал, потом на моем оно сейчас канале. Несколько стримов, да, мы совместных провели с Пьером, поскольку моя техника
не тянуло, то мы на канале Пьера стримили общие стримы. Я, к сожалению, пока его в гости к себе так и не смог пригласить. Единственное, что совместное удалось мне, вот с Владом мы делали, да, по теме коп-стрим. Но это, конечно, было на пределе технических возможностей. Это не то, что нам нужно, как мне кажется. Ну вот, и я думал, ну, стримы бессмысленно. Да, когда-то я наберу 10-20 тысяч, начну стримить, будет там что-то, как у всех, там, 1-2 человека что-то писать в чате. Ну и плюс ты еще не пробовал когда стримить, да, это все равно пока ты освоишься. А Пьер меня стал подталкивать к этому. Ну, я поначалу говорил, да, ну, да, там, в принципе, но я уже разобрался, все, там, установил OBS, все, все настроил, проверочно даже стрим, по-моему, я сделал, ну, такой закрытый, да, для себя тестирую. Ну, думаю, да не, ну, как-то что-то стримить, нет еще. Там, что-то, как-то это, если это представлял, ну, намного лучше воображение. И вот здесь как раз хорошую роль Пьер сыграл. То есть он говорит, да я так же, я все думал, что потом, пока вот девчонка, ну, девушка его, да, не сказала, да ты так никогда не... Ты просто начни и все, просто сделай. Просто сделай и там в процессе разберешься. Ну, перестань ты там пытаться все бесконечно как-то подготавливаться. Ну и все, мне это понравилось в мысли. Я тогда, по-моему, сначала я не знал, как сделать... нас вдвоем, да, там, чтобы со скайпа звонок подключать, чтобы звук был. У меня там были определенные сложности, поскольку я на Mac OS работаю в системе. Ну, на макинтошах. И я запустил первый стрим. Ну, и вот тогда пошли вот эти наши знаменитые пятичасовые стримы, где я просто на первом же стриме, по-моему, да, я там, ну, так появилась шутка про дно чата. Я просто не успевал долистывать до дно чата, чтобы там все читать, все отвечать. И это... послужило, да, это было вот клапаном, который показал мне аудиторию. Ну, у вас всех, вот все, мы закипели как сообщество, забурлили, и тогда же создание Ашрама. На одном из стримов, да, я вместе с вами создал сообщество в Телеграме Ашрам Бетананды. Почему Телеграм? Так же, как мне были комментарии в обвинении, что я, знаете, как это... продался, все ради денег, вот, начинается, ну, все ясно, что от тебя, Роман, ждать, да, наверное, будешь тоже вот этим гуру, тренером, коучем, все ради бабла, но, что называется, люди, да, недалекие явно, ведь наверняка это, у меня аудитория в основном все-таки взрослая, да, наверняка эти люди уже ходят на работу, но если ты ходишь на работу, зачем ты берешь эту чертову зарплату? Зачем труд оплачивать? Не нужно, да, трудись так, ушатывай свое здоровье, делай дело. А начальнику будет приятно, если ты откажешься от зарплаты. Приятно, я вас уверяю. Там, конечно, надо закон соблюсти, ну тогда минималочку хотя бы, чтобы он тебе платил, да, все. Зачем тебе эти деньги? И более того, возвращаясь к тому, что я сказал, почему, да, вложения. То есть, если я 4 года снимаю видео, постоянно на это трачу все свое время, на производство контента, естественно, подготовки его в голове своей, все это надо нарыть, эту руду, да, переработать, подготовить, а не просто включить камеру и на какую-то тему что-то там, свободный полет сделать, да. Хорошая импровизация – это подготовленная импровизация. Я, конечно, сценариев особо не пишу, я пробовал, мне это не совсем подходит. Ну, какие-то пункты бывают, я накидываю. Для ютубянского человека, конечно, там целые таблицы огромные прям составлял, чтобы просто уместить. Сценарий такой последовательно не подходил. Подходила таблица, чтобы, ну, в нее больше вмещается. Там. Продумывал, как эту таблицу сделать. Если пойти просто какую-то работу себе найти, то за 4 года работая и откладывая, да, живя аскетично, ну, понятное дело, ты, во-первых,
и живешь, и питаешься, и в каком-то плюсе остаешься. Если ты начинаешь свое дело без капитала, то, ну, то всего этого нет. Ты свои годы, ты время, силы тратишь на это, на производство контента для зрителей. То есть как это можно оценить в деньгах? Если это просто расписать, да, по трудодням, по трудочасам, перемножить даже на минимальную сумму, это вот тоже то, что я вложил со своей стороны в канал. И продолжаю это делать. И помимо таких комментариев были еще, что я в Телеграм... что я в Телеграм людей заманиваю, потому что я и там озолачиваюсь, потому что Телеграм мне за это деньги платит. Это, конечно, было бы замечательно, честно скажу, если бы Телеграм приносил деньги, это было бы, да, для нас с вами всех лучше. Я бы мог щедрее покупать оборудование. Ну, я поговорю о том, что мне нужно, о том, как я вижу канал, о моих мечтах, о моих техномечтах, о моем видении, да, будущего канала, ну, в завершительной части. Вот. Ну вот что у людей в головах, да? Ну, понятно, это в основном отмороженные такие сами люди, пострадавшие. Вот. Что это, как, если не сектанты, то латентные сектанты, да, которые какие-то насмотрелись тренингов, вот, жертвами стали тренингов, каких-то гуру, и, обжегшись на молоке, дуют на воду. Хотя вы посмотрите на моем видео, я сейчас не знаю, сколько на моем канале сколько видео, ну, больше 200, там, может, 250, я не знаю, ну, третья сотня идет. Там процент видео о каких-то даже сектах, даже о медитации, если даже все сложить, хотя этого немало, это очень мало. А именно критических каких-то разборов, потому что есть где о медитации, о сознании, о саморазвитии, там о Гурджиеве, еще что-то я делал, о Боше. В будущем, да, у нас будет и о Рерихе, и о Теософии, целые циклы. Но этот плейлист, да, ну, поплотнее, да, большую долю занимает. Все равно не сильно значительно на канале. А разбор каких-то вот таких клоунов, которые я именно показательно делаю разбор, у меня нет цели конкретно брать, поэтому мне часто пишут: Ром, а что там вот то там, а что там Карл Рэнс какой-то, а что там то-то? Ну, я уже объяснил, да, что это все дно. Вы не найдете ничего. И не нужно. 21 век на дворе. Прошло время мастеров таких, прошло время таких гурь. Зачем в 21 веке человеку, который действительно разбирается, например, и знает, что такое медитация, медитирующему человеку, зачем ему этот балаган? Не нужно. В 20 веке нашлись люди, которые эту работу выполнили на 5 с плюсом. На века вперед. Все. Другие теперь задачи стоят. Заняться больше нечем. Ну, этих людей можно понять. Они зашорены, они видят узко, смотрят поэтому и на канал, да, сквозь свои очки. Они вот видят только тот контент, который им виден, так это воспринимают. И теперь пишут, что мне надо вообще, кто-то мне писал, мне надо вообще отключить на канале монетизацию полностью, потому что это, ну, демоническое это все начало. И тогда, если ты будешь работать на чистом энтузиазме, делиться знанием с людьми, вот тогда у тебя все и будет хорошо. А я не на энтузиазме, да, четвертый год работаю. Не на чистом энтузиазме. Мне вот интересно этим людям предложить: давай у тебя будет такое дело. Ты, допустим, вкладываешь 100 тысяч, ну и в ответ получаешь там 5, 10, 20 тысяч. При этом ты много трудишься, здоровье, время, силы, ресурсы. Ты вкладываешь там 500 000 рублей, ну, а получаешь 50 тысяч в ответ. Как бы минус 450 тысяч. Как? Это ж только демоны так делают, так озолачиваются. Вот. Ну, что называется, вот для полной прозрачности, да, рассказываю вам всю картину, как я на это смотрю. Ну, действительно, люди... Ну почему, да? Ну ты же школу как минимум закончил. Есть же какие-то зачатки интеллекта. Я понимаю, что трудно иметь интеллект IQ хотя бы 16. А это входной порог на мой канал. Но мне кажется, если у тебя IQ 13, все равно можно поскрипеть. Даже если у тебя IQ 1. Блин, ну
Как собери 15 друзей еще с таким же IQ, у вас получится коллективный IQ 16, посовещайтесь, вместе догадайтесь спросить меня, например. Ну, по-человечески только. Рома, а почему ты вот то-то сделал, да? Или, Рома, почему вот здесь вот так-то? И что, я не отвечу? Отвечу? Если же мне какие-то там выпады бросать, ну, конечно, что я буду опускаться на четвереньки и в ответ гавкать, конечно, я проигнорирую. Вот. Ну, действительно, почему же Telegram? Ну, потому что это очень удобно. И здесь я опять в ущерб себе, что называется, ради нас всех, ради аудитории. Нужно нам было место, где мы смогли бы активнее общаться. YouTube делает в эту сторону направление. Да, это действительно соцсеть будущего, но это огромный техномонстр. Он не может меняться быстро. Есть некоторые нововведения. Вот сейчас ввели как аналог сторис в Инстаграме, сюжеты. Мне это недоступно. Может быть, станет. Пока это так же, как и спонсорство мне недоступно. Функция есть на Ютубе спонсорства, потому что, разумеется, блогера без спонсорства он существовать не может. Это тоже норма. Если он только там не миллионник. А монетизация, которая рекламой надо выявить в моих видео, а многие еще ставь отблок, и все нормально, реклама мешать не будет. То есть люди не понимают, что этим это не только заработок блогера, это и заработок Ютуба. А Ютуб — это самое убыточное предприятие Гугла. Если Ютуб закроется, ну, такая замечательная возможность вообще исчезнет с планеты. То есть Гугл всегда несет расходы. Ну, в минуса уходит с Ютубом всегда. Это убыточно. Но в перспективе, ну, это невероятно. Плюс постоянно войны идут, скандалы, да, на Ютубе, обвиняют Ютуб, поэтому крупные рекламодатели недавно уходили из Ютуба, из-за чего Ютуб сильнее заверчивает гайки, наводит порядок, этому помогает нейросети развиваться. Ну, невероятно, ну там, ну, тысячи часов видео каждую секунду заливается на Ютуб, это же просто космос. И, конечно, ну, каждый раз писать комментарии, это не очень, да, удобно иногда, если нужно дать развернутый комментарий. Пока я сниму видео полноценное, это тоже время, силы, это пройдет много времени. Сидеть писать полноценно развернутый ответ тоже много времени. А вот в том же Телеграме можно аудио, просто можно, а я могу записать аудио, я могу записать видео, да. И, конечно, это будет мне в минус Ютубу. Чем у меня больше комментариев на Ютубе, чем активнее, особенно в момент выхода видео, поэтому, если у вас есть желание, да, и выбор написать в Телеграм, в наше сообщество или на Ютуб, конечно, оставляйте с удовольствием комментарии на Ютубе. По крайней мере, и я с удовольствием там его встречу, потому что это нейросеть оценивает. Она видит, вышло видео, так, люди начинают что-то писать, взаимодействовать, под комментариями начинаются ответы, начинается система лайка и дизлайка работать. Ну да, видео представляет интерес, значит, его можно более активно показать в похожее видео там не 10 людям, а 100 людям, 1000 людей, просто предложить. Из них там двое, может быть, нажмут на значок, заинтересуются, новая аудитория. Так это работает. Поэтому да, меня обвиняют в том, что в Телеграм Роман всех зовет, что там азалот, а тогда, когда я наоборот, ну, это ущерб. Для моего дела это ущерб, именно если рассматривать как дело YouTube, да, как бизнес. Он и так убыточен, и здесь еще. То есть ты отток аудитории делаешь на другой ресурс. Для чего я? Потому что, ну, потому что это удобно. И стримы я не только по техническим возможностям, но и в целом, ну, мне сейчас, мы вернем обязательно стримы на канал. Может быть, я в ближайшее время попробую мобильные стримы понемножку вводить, чтобы было именно общение на канале. Но вы понимаете, тоже стрим — это событие, а в телеграм-сообществах, в мессенджерах мы там непосредственно, да, что называется, всегда на связи. По крайней мере, на тот период развития канала этим было и удобно. Так мы и сдружились, и многие из вас мне за это благодарны, а я благодарен вам. Какое-то ядро канала, оказывается, изначально уже были замечательные люди, которые смотрели канал, но мы не могли, у нас не было средств коммуникации. А на Ютубе такая возможность появится, я уверен. Но это, согласитесь, удобно. Вы написали комментарий на Ютубе, а я вам прям видео кружочком каким-то, видеосообщение там же написал, которое тут же онлайн посмотреть можно.
Или там аудио, мой аудио ответ, да. Жизнь бы кипела, плюс какая-то, может быть, дополнительная надстройка внутри Ютуба, где можно вот там организовывать сообщество, чтобы там аудитория жила, всегда в курсе новостей была и так далее. То есть Telegram — это вынужденная пристройка к Ютубу, которая, да, в ущерб идет Ютуб-каналу, потому что, ну, Telegram удобнее. С другой стороны, это все, ну, для нас, да, все для аудитории, все для людей. То есть я всегда исхожу, что все должно быть для людей. Если это в ущерб делу, ну, потенциально, опять же, но лучше для нас, значит, так надо и делать для нас. Потому что главное — это ценность — люди. Значит, надо делать все для людей. Да, люди это оценят. А в этом видео моя задача, ну, я рассказываю свою мотивацию каждый раз. Тогда же было, то есть, создано вот наше сообщество Шамбитананды, и мы настолько там сдружились и сблизились, что вот появились на моем канале видео, где вы поздравляли меня с днем рождения, потом рассказывали, как впервые начали смотреть канал. Ну, где еще? Я другого такого канала не знаю, где было бы на тот момент даже 2, может, 1000 подписчиков, да, или меньше. И уже такое бурное сообщество было, которое и на стримах так активно себя вело, и в Телеграме вашем, чего мы только не вытворяли. Сейчас вот, да, что называется, уже повзрослели, дисциплинировались, подугомонились. Ну, всему свое время. Движемся этапами. Так же, как канал развивается, так и вместе мы с вами эволюционируем как сообщество. И все какие-то техно-решения современные я стараюсь использовать. У меня Телеграм с самых первых пор был, когда он появился, но это было ужасно. На тот момент даже WhatsApp был лучше. А сейчас, если некоторые меня тут спрашивали, ну а почему именно Телеграм? Да ну вы попользуетесь несколько месяцев активно Телеграмом, и вы поймете, что потом на WhatsApp возвращаться, ну, это просто как, ну, с Мерседеса в телегу пересесть. Ну неудобно, это просто связывает тебя как смирительная рубашка. Вот, соединить Телеграм с Ютубом, все, сможем существовать в Ютубе. Теперь и вы моими глазами можете увидеть, как формировался канал. Центральная линия всегда так и оставалась, стержень. Поскольку это авторский канал и задумывался как авторский канал. Он и есть авторский канал, и до моей смерти будет авторским каналом, на котором поднимаются темы, которые интересны автору и, ну, и его творчеству. Да, как оказалось, я еще и художник, и если вам казалось иначе, придется это терпеть. Придется терпеть мои произведения. Кстати, о произведениях. Вот недавно был Чапаев и Петька. Да, очередное событие на канале — Чапаев и Петька. Для старожилов ничего удивительного. Тех, кто прошел ядерную войну и урановую древнерусскую лабораторию на канале, а также видео «Последствия ядерной войны», ничего нового. Там я предупредил, что да, это жанр рассказчика, я его буду развивать, и я не буду каждый раз, ну, что называется, объясняться. Или в конце видео говорить: ах, ребята, а на самом деле такого фильма нет. Там, где я считаю, что может быть какой-то вред, я всегда предупрежу. Например, видео, когда я сделал о ядерной войне, да, там, 1800 какого-то года, или как там, 1700 какого-то года, то, конечно, это была как шутка, но тоже, опять же, не все поняли. Мол, ой, это что? Это ж... Я целый час смотрел, а это все неправда? А зачем это было сделано? Поэтому мне пришлось выпустить «Последствия ядерной войны» видео, да, около «Цветущей сакуры» я там делал. Снимал видео, где я объяснил, ну, это история, это сказка, это рассказ. Причем он поучительный, с героями, с моралью. Там есть смысл, есть суть. По-прежнему это видео, ни одно мое видео не выбивается. Их всех объединяет то, что я говорил. Знание внутреннего мира, работы сознания, психология, что называется, проверенное, впитанное из жизни, вобранное из жизни. Когда ты ясно смотришь на мир, наблюдаешь его, волей-неволей ты все яснее видишь ритмы, цикличность разных процессов,
проходящих в том числе в сознании как отдельных людей, так и масс. Это мир мысли. Поэтому на какую бы тему я ни выпускал видео, если вам кажется, что это что-то не то или другое, никакой разницы. О чем я всегда говорил, о том я, что называется, всегда и говорю. Видео это о медитации или разбор какого-то лжегуру, или это какая-то художественная история. Потому что есть психологическая правда, и она неизменная, я служу ей. И в случае с Чапаем и Петькой, это вы свидетели рождения, то, о чем я предупреждал в ютубианском человеке, вы свидетели появления, зарождения нового жанра. Это просто такой жанр. Придумать историю. Затем подумать, к какому бы режиссеру она подошла. Или наоборот, под какого-то режиссера, да, придумать историю. Как следствие, придумать сценарий, если это будет фильм, да, потому что он его будет снимать. Далее представить, как бы он снял этот фильм. Какая там операторская работа, операторские ходы некоторые для сцен особенно нужных, да, кульминационных. И далее на Ютубе вот так сесть спокойно и рассказать, как будто бы ты посмотрел такой фильм. Все, это жанр, это такая форма. Причем она естественно, для литературы, просто раньше такого не было, да, не было Ютуба и жанра рассказчика. Долгие тысячи лет, по сути, ну, под спудом был. Где-то там в каких-то семьях, там дяди, тети что-то там рассказывают. Я в деревне когда рос, там часто дядя мне рассказывал, знаете, там всякие страшилки там из деревень, как там какая-нибудь ведьма, да, кошкой оборачивалась или там какие-то, ну, такие мистические истории, пугающие. То есть это жило так, по уголкам, да, по уголкам нашей планеты. В семьях там еще как-то. Но не так полноценно, как это в древности было. Когда там то калики перехожие, то аэды, каким Гомер был и прочее. Это древний жанр рассказчика. И чем эта форма замечательна? Смотрите, раньше писатель, он был заложником, в большей степени заложником материала. Придумывать — это здорово, но когда ты все придумал, тебе нужно это реализовывать. Например, если ты придумал сюжет, тебе его надо написать, и ты пишешь роман. Это огромный труд, это огромный удар и по здоровью. Это тяжкий труд. И на сегодняшний день неблагодарный. Сегодня писатель должен, ну, такой какой-то маститый, уже известный, он может себе позволить одну книгу, один роман в год писать. По-хорошему, он должен писать 4 романа в год, роман за 3 месяца. Тогда как многие хорошие романы, какие-то писались год-два, какие-то 10 лет, какие-то 20 лет, какие-то 30 лет. Ну, Это не сегодняшний мир. А главное, зачем? Если ты графоман, то есть ты, у тебя образ. Я писатель, я хочу быть писателем, я буду писать книги, может быть, они когда-то станут великими, полезными. То тебе хочется просто быть писателем, потому что, ну, это, в принципе, это как круто, это стильно, это модно. Может быть, не для всех, но так и есть. Ореол создан романтизмом. Хотя это обычное ремесло, такое же, как табуретки молотить. Это же жесть. Что тут хорошего, да? Не можешь писать — не пиши. Но настоящий писатель, что такое настоящий писатель? Ну, вот Достоевский. Вот что такое настоящий писатель? Это который, он хочет, это мыслитель, это творец, который хочет что-то сказать. Он хочет донести идеи. Но он понимает, что напрямую говорить не так доходчиво, как через образы, через художественный образ. И так делали все. Все древние эпосы. Все религиозные своды, вот такие писания, это же, ну, мифы, характер, архетипические ситуации, это художественный образ, это поэзия.
Естественным образом мыслитель обращается каждый раз к художественной форме. Она потому что лучше всего. Ты можешь просто поставить вопросы, даже оставив их без ответа. Большие перспективы у тебя открываются. Чем ты просто будешь, не знаю, каким-то публицистом или этим философом. Это мелко. Наоборот, если ты настоящий мыслитель и творец, если у тебя интеллект достаточно сильный, то ты становишься и тем, и другим, и третьим. Как, например, Ницше. Это не только выдающийся философ, это и выдающийся поэт. Потому что вся его проза, она поэтична. Так говорил Заратустра, книга, да, но это же... Это действительно уровень поэтический, уже сопоставимый практически с Библией, с вот такими произведениями древними. Которые там, понятное дело, одна история передирала другую, да, что потоп там из шумерских писаний скопирован, Ctrl-C, Ctrl-V, в это пятикнижие Моисеева, ну и так далее, и так далее. Потому что работа классикой вообще не в том, чтобы придумать новое. Это абсолютно нормально. Гомер собрал то, что было до него, но объединил общим сюжетом. Возможно, он это там у одной египетской поэтессы все стырил, да? Ну, тогда это ее работа. Она провела это все, объединила разные сказания в единое целое. Илиада, Одиссея. Шекспир просто брал... Да, для себя он тренировался сонеты, что-то такое личное, мелкое. А так он брал готовые сюжеты. Там Ромео и Джульетта, там пьеса. Ну, они были такими проходными, да? Не настолько талантливо реализованными. И просто доводил их до блеска. Зачем тебе выдумывать? Это только, знаете, вот как эго графомана. Я должен создать новых персонажей. Зачем, если есть замечательные? Возьми развей. Вон, песня о Нибелунгах также была объединена каким-то вообще неизвестным писателем средневековым поэтом. Он собрал разные тоже песни, сказания на эту тему, но объединил их общим сюжетом. За счет этого где-то что-то изменил, чтобы все логично было. И да, произведение теперь осталось в веках. Но это и есть настоящая классика. И настоящий классик хочет всегда что-то сказать, что-то донести. Поэтому настоящий писатель занимается тем же самым. И если ты хочешь что-то людям сказать, реализовать какую-то свою задумку, зачем тебе сидеть и несколько лет вот это буквы уверять, слова переставлять в современном мире, когда ты можешь это рассказать. И этот жанр, когда ты рассказываешь фильм, который будто бы ты посмотрел, он чем хорош? Ты можешь опустить все несущественное. Ну мы ведь, когда пересказываем произведение, мы же сразу выделяем существенное, даже при анализе произведения и так далее. Нам не надо пересказывать, как там описывается там две страницы, ну, необходимость описать местность или там, что стояло на столе, как, во что она была одета. Мы можем себе позволить прям выделять, да, пропускать. И вот дальше они там идут полчаса по лесам, опять бредут эти все разговоры, ну, объясняешь, на какую тему разговор, какие идеи, конфликты складываются. Ну, понимаете, да? И это современно, живо, интересно. Это просто новый жанр. И всего лишь. И я не считаю это, ну, там было, да, немножко люди, кто-то подрастроился, что так это же нет такого фильма, это что, провокация, что ли? Какая провокация? Это искусство. Да это просто искусство. Ну, художественная форма. Сейчас ты же смотришь видео в интернете. Нет никакой проблемы, это одна минута занимает. Там Тарковский, Чапаев, или Тарков, фильмография Тарковский. Посмотрел все фильмы, пока такого фильма нет. Google по поиску ничего такого с ним выдает, ну, значит, нет. Конечно, для нового зрителя, который случайно набрел на этот канал, да, это может быть откровением, но что тут может быть вредного? А? В случае с ядерной войной я действительно понимал, что могут найтись люди, которые всерьез поверят, и потом пойдут это дальше рассказывать или еще действительно решать, что радиация полезна. Поэтому в конце я сказал, да, что это шутка. Но в случае, ну если человек в 21 веке не умеет пользоваться Гуглом, как он вообще попал на мой канал? Это же, в принципе, показатель IQ равно 16, что ты начинаешь уметь пользоваться Гуглом. Полноценно. Да, здесь Google был сломлен об колено. Google тебе не помог найти. Ну, фильмография, зайди в Википедию, фильмография Тарковского там. Это не проблема. Даже если ты поверишь, что такой фильм Тарковский снял,
а в данном случае Чапаев был придуман под Тарковского. Ну и отдельная история. Я хотел рассказать, как мы придумали это. Мы вот с другом, которым песни делаем, да, группа «Хлома». Ну, мы просто шутили, но обсуждали. Мы обсуждали Козинцева, Гамлета. И я упомянул, что, в общем-то, мы как, что называется, критиковали Тарковского. Ну, не критиковали, ну куда такие фильмы? Еще смысл обижаться, что тебе запрещали там эти фильмы снимать. Не такие они на самом деле и великие. Ты просто талантлив как режиссер, офигенно талантлив. Поэтому тебе надо было и дать хороший сценарий на пользу советскому народу. Ну, так мы и пошутили, да, что Чапаев, вот Чапаев от Тарковского, это была бы сила. И поэтому это наша своего рода даже как критика Тарковского, его творчества. То есть убрать весь этот вот предтечу артхауса, все эти личные излияния, рефлексии, муки, заламывание локтей. Ну, кто такой Тарковский, если вы не знаете? Тарковский режиссер, который... Фильм «Зеркало» есть, да, замечательный фильм. В чем изначально была задумка? Изначальная задумка была, что он приедет к своей матери в дом ее, в отчий дом, незаметно установит видеокамеру, кинокамеру, которая будет снимать ее, и будет ей задавать какие-то вопросы, она будет отвечать. Он незаметно снимет родную мать, которая думает, что просто искренне общается с собственным сыном, а потом из этого смонтирует фильм, там еще что-то добавит. Как вам это? Нормально? Вот если вы, например, женщина, да, вы мама, вы бы хотели, чтобы ваш сынок такой отмочил? Снял вас на скрытую камеру, когда вы не знаете, что вас снимают. И потом это запустил в кинотеатрах по всей стране, там, или на Каннский фестиваль, или куда еще. Но режиссер замечательный. Поэтому... Как говорят наши братья, нет, ну это не братья, как наши братья меньшие вот по-разному, как звери, да, так же и кобовцы. Критикуш предлагает, ну действительно. Вот предложили Чапаева. Ну это шутка, конечно. У нас просто, ну, есть помимо творчества шутки, но мы иногда шутим. Конечно, Чапаев это просто шутка. Ну прикольно представить, какой бы фильм снял Тарковский, если бы он снимал Чапаева. Кстати, Чапаев и Петька — это еще не совсем конец, так что ждите, еще финальная точка еще не поставлена. И пока, кстати, мы обсуждали, я помню, когда мы Петьку обсуждали, параллельно мы раскопали более серьезные вещи, продолжение одного из произведений Федора Михайловича Достоевского. Вот это, ребята, будет бомба. Это будет бомба. Хорошо. Но тоже надо понимать, что значит шутка, да, такая. Шутки же тоже могут быть интеллектуальными, полезными, умными, продуманными. Ну и самое главное, полезными. И в доинтернетскую эру это вообще было нормально. Знаете, мне под некоторыми моими видео, где, например, я рассказывал сюжет нашей песни, где свидетели Иеговы, раздавая журналы, случайно постучались в квартиру к уфологу, да, и что из этого вышло, что в итоге это их уфологами сделали. Нашла коса на камень. И кто-то писал, это что надо, знаете, ну так у молодежи сейчас принято, это что надо курить или что-то такое. То есть, да, к сожалению, видимо, благодаря интернету, гаджетам, последствия перестройки, еще что-то, несколько поколений сейчас настолько интеллектуально просели, что они даже не понимают. Им кажется, что если... Они не понимают явление воображения, поскольку, видимо, мало читают. Каждая прочитанная книга — это тобой, твоим разумом построенный воображаемый мир. И в этом огромное преимущество жанра рассказчика. Я вам этот фильм рассказал, Чапаев, да? И вы же его и посмотрели. Некоторые, ну, из вас пишут, а где можем посмотреть этот фильм? Потому что хотелось бы посмотреть. Ну да, такого фильма нет, но вы его уже посмотрели. Это моя работа была. И здесь я как видеописатель выступил. Потому что это намного полезнее для мозга, для вашего развития. Когда ты читаешь книгу, а не видишь. В кино все за тебя решили. Ты просто пассивно смотришь и вот погружаясь в эти грезы, миражи. А когда ты книгу читаешь
или слушаешь рассказчика. Ты все это представляешь, ты сам представляешь. Ты рисуешь погодные условия, там, местность, локации, персонажи, разговоры, одежду их, ты своим сознанием строишь. Это тебя развивает, это полезно. С видео такого нет. А здесь удивительно, ты смотришь видео, это как в жизни. Ты просто слушаешь рассказчика, ты его видишь. Но он рассказывает историю. Он не что-то показывает, как он там строгает. Он рассказывает историю. Самое ценное, что у нас есть, речь, выражение человеческой мысли. И ты сам строишь этот мир. Ты сам построил фильм, ты сам его посмотрел. Если уж и говорить о каком-то настоящем современном искусстве, вот оно вам. Фильма нет, а он есть. Все, кто из вас посмотрел Чапаева, вы все, мы вместе сотворили этот фильм. Он в наших головах. Так же, как вы, когда читаете какое-то произведение литературное. Понимаете? Ну и еще много плюсов у этого жанра. Я просто всех уже не перечислить. Видео огромное, но я решил в этом видео немножко по Чапаеву поговорить, что это ничего удивительного. Может быть, вам кажется, что а с чего это, ой, роман в классику ударился, а почему он об этом говорит, как это связано, а будут ли видео про этих гурь всяких, лжегуру. Мне нравилось это. Нет, тебе либо роман нравится, либо дизлайк, отписка. Потому что роман пришел на YouTube, чтобы выдавать качественный контент. Топовый контент, уникальный, которого больше нигде нет и никогда не будет. Поэтому перейдем к завершающей части. О моих мечтах. Ну и о канале, о его возможном будущем. И нашем именно уже едином сообществе. Итак, четвертый год. Я произвожу видеоконтент, вы его смотрите и видите, теперь вы понимаете логику канала и моих поступков. Почему возникали те или иные темы, включая темы медитации, лжеучителей, вот этих всех лжегуру, эзотерики, саморазвития. И параллельно какие-то творческие мои проекты. Одно другому никак не мешает, не противопоставляется. Это все грани бриллианта. И я, конечно, в полную силу еще не раскрылся. Я только приноравливаюсь. Не все темы я еще, такие, даже разновидности тем затронул, которые хотел бы. Но в целом вы можете увидеть главное, что это как химический процесс. Если рассматривать меня как какой-то металл или элемент, да, химический, который упал в определенную среду, какой-то химический раствор, сложный, с разными солями и так далее, ну, то есть на YouTube, в аудиторию. Сначала он сам по себе что-то там шипел, бурлил, но понемножку пошел процесс. И даже, может быть, здесь уместнее пример будет с электролизом, да, как электролиз, то есть... Потому что какой-то металл, ну, он растворится, и что это непонятно. Я же постоянно генерирую, да? Я как ток. Как вот опустили катод и анод, пластины, химический раствор. Пошло. Пошло. Электрическая сила пошла, электрическое поле, и начинается какой-то интересный процесс. Появляются темы на канале новые благодаря вам, благодаря аудитории. Они бы, да, наверное, может быть, и так каким-то образом бы появились, но это помогает, разносторонняя аудитория помогает все больше граней каких-то проявить, раскрываться. Здесь это сотрудничество. Потому и такой результат. И, конечно, это никоим образом не означает, что какие-то темы мне все-таки не интересны. Они мне были не интересны, как если бы я сам по себе сидел и подумал бы, ох, а дай-ка я вот видео сниму, там, да, например, про кого-то там Торсунова или еще что-то, Садхгуру. Но мне было интересно это сделать эти видео для вас. И когда я их сделал,
и поглубже посмотрел, а что же происходит в мире, уже как гражданин. И немножко, ну, прям был впечатлен, насколько вот, вот эта секта АллатРа, да? Они же тоже мне пишут, я им скоро сделаю фаталити. Пишут, ну, тоже, да, там, для денег, проплачено, снято. Это ж сколько сил, там, операторская группа какая-то работала, все куплено. Мне Денис, когда Чуев написал впервые про АллатРу, я не знал о ней. Он говорит, Ром, смотри, не хочешь снять видео про них? Я посмотрел, говорю, Денис, да ты что, это же, ну, это вообще, это, ну, тут как, не о чем снимать. Ну, это дно совсем. А потом конкурс был на канале. И его, как, главным призом было видео. На любую тему я снимаю видео, кто победитель конкурса. И победил Денис. Денис Чуев победил. И какое видео, угадайте, он заказал. Я думаю, ох, Денис, только не про АллатРу, только не про... А он мне так и написал. Ром, ну ты же понимаешь, да, какое видео будет? Какое? Про АллатРу. Ну, я, да, пошел, потратил силы, вникнул. Но мне, я никакой не это секта... Это есть же такие на Ютубе, да, как там сектоборцы или секта... Что-то там пытаются разоблачать, действительно, сами себя не представляя. Ну, как не разбираясь в этой теме, именно работы с сознанием. Которые люди не могут оценить даже, а откуда это проистекает, каковы корни. Поэтому мне неинтересно, мне предлагали делать разборы сект, там, материала подкинем много, грязнейшего, плотнейшего, еще что-то. Да, мне зачем? Мне это зачем? С этим любой дурак справится. Мне интересна психология. Я, если беру какого-то дебилоида, я на нем, ну, вам показываю, откуда он, что это за грибница под ним. И как, в чем именно манипуляция в данном случае заключается? На какие кнопки вам давят? Для чего это делаю? Ну, чтобы, да, осознать и не расстроиться, не разочароваться. А если вам действительно интересно саморазвитие, ну, пожалуйста, может быть, вам медитация будет интересна, может быть, еще что-то. Или просто, как минимум, начинайте самообразовываться, развиваться, книги читать, больше думать. Искусство. Ну, ну, есть же источники замечательные. Искусство, религия, пожалуйста, есть, традиционные религии. Не нравится, что сейчас там вертят священники, а они всегда, фарисеи, всегда фарисеи. Чего вы ждали от попов там? Это нормально. Ну, пожалуйста, читайте какие-то писания выдающихся людей в этих религиозных. Наука, интересно, пожалуйста, наука. Замечательно. Творческий потенциал свой как-то реализовываете. А я же со своей стороны что хочу подчеркнуть? Какую роль во всем этом для меня, да, сыграла моя аудитория? Я не ожидал, что у меня такая отличная аудитория. Не было способа это узнать. Но потихоньку это просочилось, потихоньку это до меня дошло. Теми этапами, о которых я вам рассказал. Но я и подумать не мог, что... Дело, что называется, действительно не в количестве. Одна тысяча у меня подписчиков или две. Наша комьюнити, как сейчас говорится, оно уникальное. Это замечательно. Электролиз идет мощнейший. Мощнейший. А это и есть моя работа на данный момент. Кстати, вот эта монетизация, да, которая, когда появляется реклама, которую еще некоторые отблоком выключают, это, конечно, копейки. Но это приятно. Это честные деньги за мое творчество. И YouTube-платформа существует только за счет этой рекламы. Та, которая вас раздражает, иначе YouTube просто не будет. За 3 года, потому что монетизацию я подключил вот через спустя полгода. Будем считать, что я 3,5 года, да, где-то веду канал, ну, может быть, чуть больше. И, ну да, через 3 месяца уже, по сути, будет 4 года. Где-то спустя полгода я подключил монетизацию, и то я ее тогда подключил, я считал, что рано. Ну, канал еще неизвестен, зачем я рекламой буду отпугивать потенциальных моих каких-то аудиторию.
вдруг они не захотят из этого видео посмотреть. Ну, я тогда еще не разбирался, да, только новичком был на Ютубе. И я не включал. И включил ее только потому, что какой-то блогер рассуждал так, он говорил, что Ютубу все-таки выгодно. Лучше сразу включайте монетизацию, потому что, ну, Ютуб заинтересован показывать видеорекламу. Ну, это, знаете, танцы с бубнами. Каждый блогер считает, пытается угадать алгоритм, что да, но это логично, да, если включить монетизацию, что, может быть, твои видео будут лучше ранжироваться. Потому что смысл Ютубу твои видео предлагать, если в них даже рекламы нет. На самом деле смысл есть. Главная задача Ютуба все-таки, конечно, чтобы зритель, ну, оставался на платформе Ютуб, не уходил с нее. В тот же Телеграм, например. Поэтому, как вы понимаете, даже если бы Телеграм платил Роману за то, что он заманивает в Телеграм и заставляет там людей слушать четырехчасовые оперы и не ругаться матом, и вообще ничего такого, ну, это было бы все равно ущербом для моей деятельности на Ютубе. Тем не менее, в чем тут ущерб? Главное — это люди, да? Аудитория. Потому что блогер может опереться только на свою аудиторию. И его же только она и может поддержать и поддерживать. Поэтому какие у меня мысли в этом плане? Со звуком у нас все хорошо. Правда, рекордер уже во время съемок несколько раз сильно падал. Вот эти микрофоны погнулись. Они еще работают, но, конечно, нарушено. Здесь же все выверено, там, до миллиметра. Но я этими реже пользуюсь, внешними, в основном петличкой. Петличка отличного качества, профессиональная петличка, замечательный звук. Но рекордер, конечно, здесь уже тоже у меня здесь пострадал, но никуда не денешься. Это как раз последний сильный удар пришелся, когда я снимал «В поисках чудесного». Там такая есть сцена, кадр, где я на закате, на фоне заката, на променаде сижу, люди ходят. Кстати, если вы не заметили, там проходит семья, и у них воздушный шарик, четверка, цифра 4. Это как раз я говорил о Гурджиеве, о его четвертом пути. Четвертый путь, 4, все совпало. И там, ну, ребенок. Я хотя и выбрал место, где теоретически никто не мог мне повредить там моей техники, но ребенок внезапно побежал, поэтому я подорвался спасать более драгоценный инструмент. И в этом во всем процессе рекордер пострадал, сильно ударился об асфальт. Но пока еще работает, все отлично. Тем не менее, да, это расходный материал. То есть для блогера камера, рекордер, петличка — это расходный материал. Хороший расходный материал стоит $300, там, $250. Сколько там? 1500 или $2000, да, и так далее. Но в плане звука все хорошо, в плане картинки, да, мы можем улучшиться. И я, в принципе, для себя уже принял такое решение, что нет смысла больше переходить мне с айфона на айфон именно для улучшения картинки. Потому что, конечно, 6S снимал намного лучше, чем 4S, а 10S, ну, конечно, снимает намного лучше, чем 6S. И я еще даже полной возможности до конца не подраскрыл, но скоро я... Но я чувствую, что я уже из этого вырос все равно. Я слишком быстро опережать начинаю технику, потому что уже, ну, как прокачался как блогер. И я вырос и из своего компьютера, и из своего телефона. И чтобы ставить контент на поток, на конвейер, качественный, естественно, контент, нужна новая техника, новая аппаратура, которая сокращает время. Раньше я не понимал, как, что блоги говорят. Я вот... Для меня важно, там, ну, каждая минута, да, хотите тратить свое время, ну, тратьте, даже на ту же синхронизацию звука и так далее. Поэтому многие блогеры, они используют, ну, у кого именно много, разговорные речи, уже радиостанции. То есть, чтобы не было, не тратить даже время вот на отдельно звук с карты на компьютер, видео на компьютер, там это все синхронизировать, объединять. Это тоже, это все время. Это все время, время, время. Особенно, когда видео длительное, это время.
что-то сделал видео, поставил на экспорт файл, экспортирование файла, пока делается, да, то видео, которое я буду загружать на YouTube, это иногда час, два, три, полдня, может быть, зависит от сложности проекта. Это все время, когда бы я мог монтировать следующее видео, делать еще что-то. И да, с этим ты сталкиваешься, когда это перестает быть просто хобби, которое ты так по настроению, да, делаешь. Ой, сегодня хочу, сегодня не хочу, а вот тут я наснимал, а вот тут я не наснимал. Это все уходит в прошлое, это все уже пройденный этап. И сейчас, конечно, меня техника сдерживает. Это уже я ощущаю как смирительную рубашку. С аудио все замечательно, я наоборот готов еще долго не переходить на радиосистему, когда ну, что-то здесь у меня висит небольшое, да, и сразу в камеру звук пишется с этого. Но мне не нравится качество. Хотя там, да, если очень популярные блогеры, которые это все делают, ну, там у них же видео такие, чу-па-пу, новый телефон, чу-хах. Есть техноблогеры, кто прям заморачивается, да, там ламповые микрофоны ставят. Ну, кто в студии работает. То есть это разные темы. Может быть, и я когда-то приду к студии. На старости лет почему бы не осесть? Да, когда канал подразовьется, студия, какой-то фон. Может быть, вот как у Пучкова, да, черный фон, или какой-то поприятнее домашний фон. И да, студия, где еще может сидеть собеседник и просто молотить качественное, интеллектуальное. Молотить так уж молотилово. Молотить молотилово. Пока что замечательный жанр, потому что уличный блогинг, это я вам скажу, не шутка. Я очень рад, что так получилось, что я стал снимать на улице. Ну, меня вынудило, опять же, ограничение техники к этому. Я это вижу. Я вижу, как иногда блогеры, которые уже, знаете, там у них сотни тысяч или полмиллиона, или миллион подписчиков, но они всегда снимали дома. И когда они выходят на улицу и пытаются что-то снять, видео, я, конечно, понимаю, что тут действительно нужен опыт. Ты постоянно сталкиваешься с разными погодными условиями. Мало того, что это улица, люди, собаки дикие, кто-то может пробежать, вот ребенок может сбить, но это в более людных местах, повредить что-то. Дождь, ветер, погодные условия. Шум, что-то забыл, прошел километр, беги назад. Естественно, если кажется, что я живу в каких-то классных местах, я так шучу, знаете, вышел на балкон, вот просто развернулся, и вот там у меня уже пошли красивые виды. Пока до магазина шел мусор выкинуть, тут же вот на фоне моря снялся. Конечно, это все труд. Труд, поиск локаций, поездки. Поэтому тоже мне смешно, когда людей, наверное, как цифра пугает, или «О, у него там заказ, 5000 рублей, это же вообще…» Что вообще? Это неделя труда, да? Когда-то меньше, когда-то больше. Ну иди неделю поработай. Причем не 8 часов как-то, а все время. Будешь ужинать, думать, как что сделать, ехать куда-то. Тратить деньги там, на билеты, на бензин, если, ну, а все от транспорта зависит. Искать, все это снимать, думать, потом монтировать, изнашивать технику. Представляете, что такое, что случилось с моим компьютером, после который не рассчитан? Я-то его когда покупал, не знал, что я видеомонтажом буду заниматься. Видеомонтаж — это, ну, огромная нагрузка. На компьютер это, ну, это как сопоставимо, наверное, с современными самыми играми, да, такими топовыми. Ну, это серьезнейший процесс, и на моем iMac, там, 2000 какого-то, 11 года, что ли, я уже 3,5 года неистово монтирую, включая, как ютубианский человек, да, 8-часовые видео. Я вообще поражен, как он работает еще до сих пор. Или, знаете, когда я как нулевую главу «Терминатора» снимал, да? Это встал в 5 утра, потом я, по-моему, на самом первом раннем автобусе приехал в Калининград, там пересадка, на автобусе в другой конец области, это маршрутка, мне трясешься, неудобно сидеть, там час она едет или больше,
ты приезжаешь, там еще час или сколько-то до парома по холоду ходишь, бродишь, убиваешь время, еще все кафе закрыты, даже погреться негде. Потом кафе открылось, я там погрелся, естественно, расходы, да, что-то попил кофе, там, картошку поел, это фри, ну, что-то такое, попроще себе заказал. Потом переправляешься на пароме, потом идешь пешком сколько-то километров, находишь локацию, доходишь, где тебе приятно снимать видео, да? Не на фоне каких-то обоев, а в интересном подходящем месте. Все это снимаешь, это занимает 5 часов только дорога, там 2 часа съемка, и тот же самый процесс 5 часов назад домой. Все, к вечеру ты вернулся, ну ты в дрова, ты усталый, на следующий день просто сесть даже и монтировать со спиной, но это проблематично. Конечно, все это надо скинуть, да, смонтировать, подготовить, подобрать звук, 3-е, 10-е, 5-е. Это же обычная работа, которая мне нравится. И вот какое я решение принял, что в следующий раз, наверное, имеет смысл уже переходить по-взрослому все-таки на камеру. Да, у нас с вами видео такие разговорные, канал интеллектуальный, где важнее все-таки звук, наверное, да, а не картинка. Но тем не менее, вот, когда я сейчас представляю вот продолжение, которое мы раскопали, да, одного из произведений Федора Михайловича Достоевского, это будет топовая история. И, конечно, я представлял, как хорошо было бы вот уже осенняя Балтика, цилиндр, пальто, ну, знаете, такой прикид, как у Раскольникова, башмаки какие-то черные, трость, может быть, даже. Просто для антуража, что называется. Ну, конечно, это тоже, это расходы, это надо что-то думать, делать. Может быть, канал еще все-таки не настолько пока разросся, чтобы такие проекты реализовывать именно так. Но все это, конечно, уже снимать на телефон несерьезно. Если вы простой зритель, да, вы, возможно, поначалу и разницы не увидите. Но все эти 4 года я изучал рынок фотокамер. И, наконец-то, нашел, может быть, я еще поменяю мнение, но я нашел камеру, которую я хочу, чтобы она была у нас на канале, чтобы она снимала топовые видео. Это Sony Alpha 6600, она сейчас в октябре где-то выйдет. Ориентировочная цена неизвестна официально, но по неофициальным источникам $1400. Это для фотокамер, ну как это как средний ценовой диапазон. То есть топовая камера стоит где-то обычно 200-250 тысяч рублей, плюс столько же объектив, там, 500 000. Здесь это нечто такое, компромисс, да, золотая середина. $1400 стоит камера, ну и объектив, который прям топовый, тоже 1400 будет, скорее всего, стоить. То есть 2800, ну, грубо говоря, $3000. Но можно пока не спешить, объективы все равно нужны, они у тебя сохраняются потом к новому фотоаппарату. Фотоаппарат без объектива продается. Но будет комплект и сразу выгодно покупать, если с объективом, там тоже объектив Sony, на котором можно разные фокусные расстояния организовывать. Он не топовый, но он неплохой, он хороший. Он не может дать раскрыться камере на всю катушку, но он хорош как для практики, потому что, конечно, у меня уйдет время, пока я освоюсь этой камерой, может быть, даже в течение года, да, понадобится сотенка видео, чтобы полноценно это освоить. С ней, по слухам, 1800. Ну, грубо говоря, все равно это 2000, потому что батарейка запасная там 5000-6 стоит. Можно, конечно, с Алиэкспрессом что-то думать, там и от Powerbank есть подзарядка и так далее, и так далее. Тут, что называется, я подготовился основательно. Я долго изучаю рынок подходящих камер. И в моем случае, именно для наших видео, длительных и прочее, 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 вот Sony 6600 уже более-менее, потому что там есть все. И разъем для микрофона, если он понадобится, и разъем для наушников, и поворотный экран, что нужно. Я же бегаю, я же ничего не вижу. Телефон, как он снимает, что, выключился он или идет съемка или нет. Столько я за этого настрадался за эти годы.
Конечно, сейчас я уже с практикой это все минимизировано, мне легче, но это постоянно беготня с той стороны экрана посмотреть, так снимает, нет, как это примерно будет. Только потом на монтаже я вижу, а, блин, вот чуть-чуть бы тут подвинуть, чуть-чуть не так. Главное, это батарея емкая, она часа 2-3 сможет эта камера снимать сегодня. Обычно просто фотокамеры, они подходят, ну, кто мало снимает, кто не поливает, кто снимает 5-минутные, 20-минутные видео. 15-20 минут камера снимает и все, или выключается, там, или греется, там, ну, полчаса максимум. Даже какие-то топовые камеры Sony некоторые, ну, не рассчитаны на это, они еще 5 минут снимали, вот 4К вообще 5 минут снимает и все. А эта камера прям может уже работать часами. Ну, то есть со всех сторон, именно таких технических, да, с точки зрения блогера, эта вот камера хороша. То есть такая камера у нас, значит, будет, если я лучше не найду, рано или поздно. Я на нее, понятное дело, буду долго зарабатывать, потому что пока что я работаю в минус все эти годы. Все в минус, но благодаря вашей поддержке велосипед не падает. Велосипед не падает, и он мне дает веру и ощущение, что это имеет все смысл, что надо просто действительно продолжать. Пока что на энтузиазме, но есть и хорошая новость, сейчас я расскажу. Появляются новые системы, как это на Западе реализовано, поддержки блогеров, да, спонсорство. Удобные тоже прозрачные системы. Выглядят по-современному. Несколько лет назад, когда я к ним присматривался, ну, все это было как-то, ну, как-то не так. Я это видел не так. Идеально пока нет решения. Да, на Ютубе есть спонсорство, но оно от 10 тысяч подписчиков, по-моему, включается. Причем там комиссии Ютуб себе там 30% что ли забирает. Это, по-моему, перебор. Самая лучшая, конечно, поддержка, это просто напрямую как-то мне на карту, да, там на Яндекс.Кошелек перевод, ну, что называется, практически без процентов. Но это может быть не настолько прозрачно, не всем удобно, или как-то люди лишний раз не хотят заморачиваться. Поэтому что, если говорить о камере, получается, мне что нужно для канала? Для полноценного, мощнейшего, молотилого, суровейшего контента, это камера, вот о которой я, да, мечтаю об этой. Но мечтаю не в смысле как фантазия, а она просто, я понял, нужна. Может быть, появится что-то лучшее. А все остальные, если вы вдруг когда-то тоже этим увлекались, мне это не то. Canon, там, Fujifilm, Olympus, это... Sony 6600. Это наш уровень нашего канала. Не меньше. Вот так, не меньше. Больше, да, но больше это сами понимаете. Но не меньше. И такие же объективы топов. То есть объектив равен цене камеры, это нормально. И компьютер. Новый. Может быть, у меня получится со временем проапгрейдить этот старый, хотя тоже, если я займусь его апгрейдом, это надо там вручную разбирать, сервис уже отказывается это делать, там приклеено. Но это долгая история, это моноблок, это целая эпопея. Ну и тогда я вообще останусь без компьютера. Компьютер плюс камера по самым минималкам это уже, да, 500 000 рублей. Лучше больше, да, как всегда. Но пока имеем, что имеем, я продолжаю работать на том оборудовании, что есть. Контент по качеству именно информативному не упадет, а только нарастает. Здесь мы в шоколаде. В этом плане спешить некуда. Сам пока я сейчас не могу. В принципе, я бы был готов даже и рискнуть и здесь, и вложиться, но у меня... Средства, как вы знаете, кто смотрит канал, я когда занялся зубами и имплантацией зубов, конечно, это просто расходы серьезнейшие. Вот как раз бы на все это и хватило, о чем я говорю. Поэтому, но есть же еще вы, аудитория, и в этом плане теперь вы знаете, что я за человек как автор, почему канал такой, почему на нем такие темы. Если вам это нравится, мое творчество, если вам нравится мой канал, да, смело поддерживайте. Это по-другому не бывает. Блогер живет только за счет аудитории существует своей. И есть интересные решения, которые позволяют сейчас многим блогерам вообще не вводить рекламу в свои видео, даже популярную. Просто их напрямую аудитория поддерживает, и все. Отношения автора, аудитория. И всем приятно. Ну, может быть, изредка они что-то все равно делают, да, потому что это
хорошее средство, если ты уже популярен. Что касаемо вот этой монетизации именно Ютуба, да, которая реклама показывается, я же так и не сказал. За 3 года я заработал $300. Очень приятно, чисто мое творчество. Я партнер Ютуб. Вот Ютуб половину отдает, половину денег отдает авторам. Другого такого не найдешь сервиса. Или даже больше, или даже 55% они авторам отдают. Но в России реклама дешевая, и поэтому $300 за 3 года. А то, знаете, я тоже видел в комментариях, какая-то писала, по-моему, девчонка. Она оценивала, зачем же Роман этим занимается, что да, это все, скорее всего, ради бабла он делает. Хотя нет, она пишет. Она посчитала, ну, видимо, тоже, простите, сект. Но вы должны понимать, эта тема саморазвития, она притягивает, как правило, ну, больных людей. Зачастую вот этой эзотерики, там очень много действительно людей с потекшей крышей. И они, ну, поэтому так смотрят и на мир. Для них это какой-то святой грааль. То есть, если я неделю отдам своей жизни, чтобы снять видео, ну, не знаю о чем, просто буду что-то прикольное рассказывать, то это да, такой блогер — это нормально. А если он делает точно такое же неделя труда, но видео о медитации, то тут уж оно должно быть кровь из носа, что прям ни-ни. Хотя большинство видео от медитации сняты просто так. Но самое топовое, одно из первых тоже, это один из первых заказов. Наташа тогда, если помните, заказала вот это видео о медитации, которое 5-часовое у меня. Топовое видео. Отличное вообще. Веха на канале. Люди не понимают, эти же деньги не на содержание идут, а на труд. На труд, на это производство. Ну, поди сделай такое видео, попробуй. Попробуй молотить так 4 года. И вот теперь я смотрю, популярная система Patreon. Такая площадка, ну, как краудфандинговая, где есть система поддержки блогеров, там, художников, подписка. Я еще не разобрался точно, как работает, я потом посмотрю. Просто я от вас тоже обратной реакции жду, как лучше. Конечно, я вот прямо под этим видео. У меня под каждым видео есть ссылка. Там информация для связи и поддержки. Она ведет, здесь же на Ютубе есть вкладка «О канале». И там все написано. Там Яндекс кошелек есть, номер моей Сбербанка карты. Есть, ну, что-то там остальное. Но бывает так, что люди леним или неудобно, или не знают. Ну, кто-то, конечно, с телевизоров, может быть, смотрит. Ну, это не проблема в соцсетях связаться. Но под этим видео, да, я оставлю прям еще раз какие-то реквизиты для такой первейшей какой-то поддержки. Если у вас давно было желание, и вы все не могли рискнуть, или не понимали, надо ли оно вам или нет. А тут теперь вам ясно. Канал нравится, все, вы можете его поддерживать. Но попробовать вот эту, может быть, стоит систему Patreon. Там ты, если ты зритель, ты оформляешь как подписку, и автору ты сам решаешь, сколько. Каждый месяц ты будешь платить. Ну, допустим, с карты будет у тебя списываться. Доллар, там, 5. Ну, там, по комиссии надо смотреть. По-моему, раньше было, что доллары не выгоднее, да, выгоднее, там, чуть больше, что ли. $5, $10, $100, да, $100,000 каждый месяц блогеру любимому. На дело, на канал. Тут каждый сам решает. И... Но там еще есть, по-моему, интересная система поощрений. Может быть, даже я обязан их буду делать. Что я буду обязан что-то делать для спонсоров. Но большинство ютуберов делают какие-то видео. Какие-то видео о процессе съемки, либо еще что-то как уникальное. К чему получают доступ именно те, кто поддерживает канал. Ну, просто что, ну, так система придумана. Это музыкант какой-то придумал. Он тоже искал средства для поддержки, чтобы аудиторию могла его поддержать. И сам когда-то этот создал этот сервис. Я смотрю, что уже и русскоязычные понемногу начинают им пользоваться. Ну, посмотрим. Но мне это кажется классным. Просто блогеру, да, натекает за месяц, вот, как зарплата получается. Получается, если аудитория может... В целом, да, набегать такой поддержкой, так этого уже достаточно, чтобы молотить и молотить. Недостаточно для обновления, улучшения оборудования, да, и так далее. Можно, конечно, отдельно сбор прям открывать на камеру, но я не знаю, я с вами советуюсь. Я в любом случае эту камеру куплю.
Но сам, может быть, я на нее заработаю или вообще никогда, или там через сколько-то там, 5-10 лет. Вот. Если хотите быстрее, да, топовую картинку, можете присоединяться. Можно посоветоваться, можно какой-то сбор. Ну, а сбор не всем. Я так понял, ВКонтакте тоже не всем удобно. Особенно людям за границей, им какой-то ВКонтакт или там Яндекс или еще что-то иногда непонятно. Тут бывает по-разному. А какие-то системы, ну, PayPal вот, и вот этот Patreon, наверное, может быть, этим будет удобнее. Это я хотел сегодня до вас донести. Рассказать о себе как о авторе, об истории создания и развития канала, почему он такой. И считаю, ну и добиться полной прозрачности. Что-то я, может быть, забыл рассказать, но у меня секретов нет, да, слушайте, детишки. Папа этого ответ размещаю в книжке. На мой взгляд, теперь логика канала ясна. Логика моих поступков как автора ясна. Чего ожидать от канала, думаю, понятно. Жизнь диктует свое. Может быть, на какое-то время придется зарабатывать другим способом. И, конечно, сил не будет, да, оставаться на блог. Ну, наверное, все равно что-то изредка будет выходить. В общем, трудно сказать, но одно сказать могу точно. Что, безусловно, на Ютубе я на своем месте. У меня нет в этом никаких сомнений. Это, что называется, то, для чего я рожден. То, что мне больше всего подходит. То, что мне нравится. И то, что трудно. Но это тебе слишком нравится, когда ты волей-неволей возвращаешься. И главное, что мне есть всегда куда вернуться. К вам, к моей аудитории. Даже если что-то случится с каналом, я открою новый, и уже имея какую-то аудиторию, а самое главное, опыт, который я получил видеоблогерство за эти годы. Это будет уже совсем другая история, совсем другое начало. Поэтому продолжаем молотить. У меня все. До новых видео, до новых встреч. Спасибо вам всем большое. Спасибо, что смотрите, что даете обратную связь, отклик, что вдохновляете на новые темы, что поддерживаете и морально, и сердечно, и финансово. Спасибо за ваши посылки. Ну, действительно, приятно работать, когда ты на работу берешь что-то на перекус, присланное вами, когда ты дома пьешь чай, присланный вами, завариваешь кофе, присланное вами. Огромное спасибо. В этом плане, если можно и говорить какой-то вопрос, да, если существует у блогеров, насколько вы довольны своей аудиторией, то, конечно, я считаю, ну не считаю, как моя аудитория превзошла все мои ожидания, когда я начинал. Именно аудиторией я называю, ну, действительно, тех, кому я нравлюсь, кому мое творчество нравится, кто меня, ну, постоянно смотрит и хочет смотреть дальше. Потому что, конечно, есть люди случайные, люди больные, это тоже своего рода аудитория, но это такое, как прохожие, да? Там, конечно, наоборот, они тоже превзошли мои ожидания, я не думал, что все так плохо. Но это компенсация. Если там вера в человечество падает на 80 пунктов, то благодаря вам она поднимается на 2, на 3, на 4 пункта, а в совокупности и на 100, и на 200 пунктов. Вера в человечество укрепляется, поднимается, что тоже вдохновляет на покорение новых интеллектуальных горизонтов. Все, на этом, ребята, с вами прощаюсь. До новых видео. И, как я однажды пошутил в своем видео про закаливание, когда было очень холодно вокруг, алоха Гавайи. 4 ступени всю жизнь изучал, а результатов не видно. В лучших ашрамах он практиковал, даже как-то обидно. Почему? В жопе наш прекрасный саньясин.
почему? Он ведь вроде по системе старался. Горит пионерский костер на снегу, в нем статуя Будды искрится. Сутры, сгорая, согреют пургу, и поведает пламени птица. Почему в полной жопе наш прекрасный саньяси? Почему он ведь вроде по системе старался? Ночью исчезли следы на песке, куда подевался саньяси? Какое нам дело теперь в тишине? Он спокоен, и взор его ясен. Никуда не уходят настоящие парни. Брама их производит в сотрудники дхармы. Мир наш вращается, как колесо, в центре работники дхармы. Вертят весь космос на оси большой настоящие парни. Тишина в ней безмолвие омывает все звуки. Наши «я» будут стерты дисциплиною Будды.